Медиагруппа «Авангард» представляет. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Павел Луцик, и я приветствую вас сегодня на нашем SOC Forum Live и предлагаю провести эти ближайшие 1,5-2 часа вместе. И сегодня мы вместе поучаствуем и даже прокомментируем нашу ключевую дискуссию форума, которая будет называться «Кибербезопасность и перезагрузка». О чем же сегодня поговорим в этой сессии? Поговорим о защите от компьютерных атак в разрезе обеспечения безопасности процесса управления и бизнес-процессов. Ну а пока дискуссия не началась, предлагаю посмотреть еще раз, кто же участвует в нашей дискуссии. Может, после этого как раз появятся какие-то вопросы или комментарии. Итак, Игорь Липунов, вице-президент по информационной безопасности Power Ростелеком, у нас сегодня будет модератором, ведущим. И участники дискуссии – это Игорь Качалин, первый заместитель начальника Центра ФСБ России, Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России, Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Антон Семейкин, директор департамента экономической безопасности и ТЭК Минэнерго России, Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России, Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбера, Юрий Максимов, основатель Positive Technologies, и замыкает эту замечательную компанию Дмитрий Григорьев, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Норильский Линкель. Прекрасная компания, мне кажется, мы много сегодня нового узнаем и уверен, что обсудим. Рад вас всех приветствовать на нашем SOC-форуме. 7-й SOC-форум, конечно, это очень круто. 7 лет мы обсуждаем вопросы кибербезопасности, в совершенно новых форматах находим ответы. Если вспомнить, как все начиналось 7 лет назад, это был, кто был, первый SOC-форум инфопространства. Мы рассчитывали, что соберем 200 человек, мы считали, что это очень много. Пришло 400, кофе на кофе-паузе закончился ровно через 5 минут после начала кофе-паузы. И, конечно, вот этот вот темп, который мы набираем, наши конференции, наши мероприятия, это очень круто. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш 7-й SOC-форум. SOC-форум, посвященный практике противодействия кибератакам и построению центров мониторинга. Друзья, сегодня мы оказались в некоторой новой ситуации. Полтора года пандемии, ну и не только пандемии, достаточно сильно изменили ландшафт. Я хочу попросить вывести стартовый слайдик. Конечно, за последние полтора года кибербезопасность стала такой прям очень яркой темой. Дорогие друзья, ну дискуссия уже началась, давайте вместе за ней наблюдать. Ну сейчас мы видим, что цифровая трансформация выходит на первый план. И компания уделяет этому большое внимание, в том числе и вопросам информационной безопасности, но встала такая проблема, что, к сожалению, пока информационная безопасность не поспевает за информационными технологиями, и нужно что-то делать. И сейчас, сегодня мы как раз в том числе обсудим этот вопрос, чтобы понять, двигаться дальше, как мы это делали раньше, либо менять что-то в этом направлении, увеличивать количество сотрудников информационной безопасности, менять подход регуляторов и влиять на другие процессы и другие составляющие информационной безопасности. Давайте немножко посмотрим и послушаем, что сейчас говорит Игорь Липунов. Полтора года драматически изменился ландшафт киберугроз. И, ну, я бы сказал, наверное, о двух плоскостях. Первое – это изменились, расширились цели, сферы внимания злоумышленников, киберпреступников. Если раньше вся киберпреступность была так или иначе замкнута в достаточно узкой плоскости, достаточно узкой сфере, это кредитно-финансовые организации, e-commerce, то сейчас спектр целей киберпреступности расширился, и появились такие примеры, как вымогательство, шифровальщики и те выкупы, которые платятся за то, чтобы защитить свою систему, разблокировать систему, они только подталкивают. Примеры даже не буду приводить. Зарубежный это вот Colonial Pipeline. Недавно была большая атака на крупнейшего американского производителя мяса и крупнейшего в мире производителя мяса, который был парализован на неделю, и цены на его товары подскочили. Это был большой кризис. Это атаки
на южноафриканского большого логистического оператора и несколько морских портов были парализованы, конечно, это все расширяет внимание преступников, ищущих монетизацию. Но если мы говорим про сферы, отрасли, в которых нет прямой монетизации, то там тоже произошли значительные изменения. И я хочу здесь говорить о нашей российской практике. НКЦКИ вместе с нами в начале года, в мае, опубликовала информацию о раскрытой атаке на несколько крупнейших российских государственных организаций. И это были атаки уже не просто коммерческих группировок, ищущих какую-то финансовую выгоду, это были серьезные атаки, очевидно спонсируемые государствами. Их целью было получение контроля над IT-инфраструктурой, получение так или иначе конфиденциальной информации, и таких примеров становится все больше. Критическая информационная инфраструктура, промышленность, атаки, идущие на них, сейчас усложняются. И вторая плоскость, касающаяся изменения ландшафта киберугроз, это, конечно, Усложнение техник. Сейчас вот мы там с вами обсуждаем то, что раньше было некоторым каким-то совершенно экзотическими примерами. Это атаки на разработчиков программного обеспечения. И такие примеры есть в России. Это атаки через IT-поставщиков. Это атаки на так называемые каркасные IT-системы, системы IT-мониторинга, там, принтерные подсети. Этого полтора года назад раньше не было. И, конечно, это ускорение скорости атак, ускорение развития атак. Вот я здесь воспользуюсь примерами, которые приводил НКЦКИ. И то, что мы видим при появлении государственного информационного ресурса в домене gov.ru, первая целевая атака на него начинается менее чем через 5 дней. Развитие атаки, появление нового атакующего программного обеспечения происходит ежедневно. Если раньше от момента опубликования уязвимости до момента появления эксплойта могли проходить недели, то сейчас время исчисляется часами. И, конечно, для меня такой очень негативный фактор, то, что уровень защищенности наших компаний, ну, прям оставляет желать лучшего. Даже я бы сказал, что новая ситуация, в которой мы оказались, мы, безопасники, к ней не готовы. И там, не знаю, мы приводили аналитику, статистику, что сейчас в ряде компаний, в 60% компаний до сих пор не закрыты уязвимости, которые использовал в 2017 году WannaCry, и следы этого атакующего программного обеспечения до сих пор присутствуют в информационных системах. И, конечно, когда мы говорим о таких примерах, важно все-таки понимать, что мы делаем. 6 лет до этого мы обсуждали подходы, технологии, методы борьбы с кибератаками, но мы сейчас оказались не готовы. И, конечно, там сегодняшняя секция называется... Дорогие друзья, ну, как мы видим, Игорь Липунов говорит страшные, как бы это ни звучало, вещи. Он говорит, что кибератаки становятся сложнее, кибератаки становятся распределенные, они выходят на новый уровень, уже не только атакуют какие-то одиночные хакеры, либо даже целые команды хакеров, но и, условно, спецслужбы других государств. При этом атаки увеличиваются в скорости, атаки увеличиваются в сложности, и противодействовать им становится все сложнее. Друзья, предлагаю в комментариях делиться какими-то своими наблюдениями. Может, вы можете сказать по этому поводу, что там, как вы в своих компаниях наблюдаете то, о чем говорит Игорь, насколько действительно серьезнее стали атаки, насколько их стало больше, насколько они стали быстрее, и как вы этому делу противодействуете. Оставайтесь с нами, давайте дальше слушать Игоря Липунова и остальных спикеров. Спасибо, остаемся на связи. С нашими спикерами, экспертами в кибербезопасности. И свой первый вопрос я хочу адресовать Юрию Максимову. Юрий Максимов, основатель компании Positive Technologies. Юрий, твое мнение, уровень защищенности, что мы делали не так, что мы должны делать по-другому? Друзья, добрый день. Игорь, спасибо большое за хорошую такую вводную часть. Смотрите, друзья, чтобы поговорить про защищенность, давайте еще раз прям пару слов про те инциденты, которые сейчас происходят.
Мы прямо за последние два года видим драматическое изменение количества успешных инцидентов, которые приводят, ну, по сути, к таким неприемлемым последствиям. Ну, то есть у нас сейчас изменилось два очень важных фактора. Первое, по сути, это разделение труда. У нас сейчас преступники уже не просто это какая-то гомогенная масса. Происходит разделение труда на тех людей, которые делают инструментарий, умеют взламывать, но они сами не участвуют в этих атаках, они, по сути, там продают этот инструментарий, оказывают техническую поддержку. И те люди, которые эксплуатируют. Это привело к драматическому увеличению количества людей, вовлеченных в киберпреступления. Это один из таких важнейших факторов. Вторая история – это то, что, по сути, сейчас произошла парадигма от того, что раньше можно было украсть деньги, если говорить про киберпреступления, а сейчас уже можно вымогать деньги. То есть, по сути, достаточно показать, что сейчас я причиню какой-то неприемлемый ущерб, и все, и компании платят деньги. И здесь очень важный момент заключается в том, что мы по-честному, ну, не видим ту картину, сколько происходит киберпреступлений. Мы можем опосредованно понять по количеству атак на физических лиц, на нас, на людей. Кибермошенничество, звонки вот эти все бесконечные, драматическое увеличение. В принципе, вот в корпоративе происходит все то же самое. Если компании, которые занимаются расследованием, привлечены к расследованию конкретных преступлений, они видят, как драматически много и какие драматические последствия стали в этих преступлениях. Ну, то есть, первое, это киберпреступления, ориентированные на получение денег. Либо кража денег, либо вымогательство. Произошло преступление, зовут компанию, компания приходит, происходит расследование, и что они видят? Они видят, что произошло сейчас преступление, и кибер какие-то группировки сидят там на протяжении уже месяцев и лет. А там уже происходит кибершпионаж, а это вообще неуловимая история. Ну, украли у тебя какие-то секреты. Ну, китайцы опять оказались очень удачные, условные китайцы, и у них произошло там производство воспроизведения какой-то технологии, которую делали только мы. А потом мы понимаем, что какие-то ребята сидят условно там в метре от совершения совершенно неприемлемых сценариев, там кибертерроризма, кибервойны, и ты понимаешь, насколько мы сейчас уязвимы с точки зрения внешних атакующих, неважно кто они, с точки зрения получения неприемлемого для нас результата. И здесь, отвечая на вопрос, насколько мы уязвимы, хочется понять и определить, что такое быть уязвимым. Быть уязвимым перед чем? Перед тем, что что-то можно взломать? Ну, этот вечный тезис, что все можно взломать. Но ведь на самом деле он ничего нам не помогает и не опровергает. Ну, то есть уязвимы перед тем, что по отношению к нам можно реализовать какой-то сценарий, абсолютно неприемлемый для нас. И вот здесь очень важна статистика. У нас же в стране есть какое-то количество компаний, которые умеют производить такие работы, которые показывают реальный уровень резистентности компаний именно к атакам, которые направлены на реализацию неприемлемых ущербов. Кража неприемлемой суммы денег, каких-то экзистенциальных реализаций угроз, там, взрывов, гибели людей и прочее. Вот. И получается, что если посмотреть статистику компаний, которые проводили такие работы, но по сути из сотен и тысяч компаний только единицы компаний, которые резистентны к таким атакам. Что мы видим? Условно, группа гражданских хакеров, гражданских, не с каких-то спецслужб, это люди, которые вышли из админов, из айтишников, которые свои навыки приобрели на протяжении там, нескольких, ну, условно, лет, они группой там, в 5-10 человек, условно, за пару недель могут причинить такой ущерб компании, который абсолютно неприемлем с точки зрения владельцев или гендиров. И вот этот уровень защищенности, он, конечно, для нас абсолютно сейчас неприемлем. Поэтому, когда Игорь говорит про то, что же нам изменить, мне кажется, нам в первую очередь нужно изменить свое отношение к тому, какого результата мы ждем. Понимаете, вот эта ловушка, в которой мы постоянно находились раньше, что все можно взломать, поэтому давайте просто улучшать ситуацию с кибербезопасностью, она сегодня не срабатывает. И когда мы смотрим на реализованные уже атаки, на вот эти преступления, мы понимаем, что так не годится. Поэтому постановка цели, что нужно делать правильные вещи, которые должны привести к повышению защищенности, то, что срабатывало 5 лет назад, сейчас не срабатывает. Целеполагание должно быть другое. Целеполагание должно быть сформулировано так, что я могу перечислить для себя неприемлемые риски и поставить цель службе кибербезопасности сделать так, чтобы они были невозможны. Когда мы оперируем вероятностями, мы являемся заложниками этого термина. Что такое вероятность того, что произойдет какая-то, ну, большая проблема? Она же складывается из двух вероятностей. Дорогие друзья, мне кажется, Юрий Максимов из Positive Technologies сказал два важных тезиса.
Первое о том, что сейчас происходит серьезное разделение труда у хакеров, у атакующих. Каждый занят своим делом, и это похоже на реальный бизнес. И второй тезис, что если раньше мы все боялись кибератак и делали все, чтобы они не произошли, то сейчас мы боимся не только этого, но и того, что в принципе нас могут атаковать. То есть мы боимся самого бряцания кибероружия. То есть если мы знаем, что хакеры нас могут атаковать, то многие компании уже только за это, даже еще за несовершившуюся атаку, готовы уже много платить. Сейчас Юрий Максимов рассказывает о том, как же поменять наше сознание в этом направлении, чтобы мы по-другому к этому относились и были способны обеспечивать защиту любых атак и в любых ситуациях. Давайте смотреть дальше. Для меня самая важная история с точки зрения защищенности – это изменение целеполагания. Если они придут, они должны быть неуспешны. И руководитель службы кибербезопасности должен за это ответить. Да, Юр, спасибо. Я тебя услышал так, что если ты не можешь поменять ситуацию, измени точку зрения на нее. Ну нет, конечно. Я говорю, что ситуацию мы не можем изменить с точки зрения того, как нас атакуют. Их стало больше, и поэтому мы сейчас видим гораздо больше успешных атак. Вымогания, кражи денег и прочее. Я говорю про то, что мы не можем влиять на то, как много их приходит к нам. Мы можем влиять на то, если они придут к нам, насколько они будут успешны. И наше целеполагание должно быть измерено именно нашей резистентностью к тому, что придет кто-то и пытается реализовать неприемлемый для нас ущерб. Пускай они взломают рабочую станцию секретаря, пускай они взломают даже веб-сервер, но они не должны украсть у нас условно там 5 миллиардов рублей или там сделать какую-то атаку, которая приведет к катастрофе. Вот о чем речь. Да, хорошо. Виталий Сергеевич. Там вот Юрий правильно сказал, что давайте изменим целеполагание, давайте скажем, что айтишникам, безопасникам, давайте скажем, что система не должна быть взломана, не должно наступить вот тех вот экзистенциальных рисков неприемлемого ущерба. Но мне кажется, что мы вот этот вот вопрос, когда смотрим под углом нормативной базы, мы вот уже эту постановку задачи сформулировали. У нас есть мощная нормативная база в области защиты, в первую очередь, критической информационной инфраструктуры. Но она, мне кажется, тоже нас не сподвигла к нужному результату. Как вы считаете, какие проблемы сейчас стоят на пути реализации законодательства в области критической информационной инфраструктуры? Какие конкретные шаги, какие пути решения есть? Добрый день. Ну, Юрий Владимирович хороший тезис сказал, что надо изменить отношения, только умолчал, как это сделать, да? Какими методами и какими средствами этого результата достичь. Вы правильно сказали, что с точки зрения законодательства и нормативно-правовой базы целеполагание поставлено, ну, в части, допустим, критической информационной инфраструктуры, определено, что целью является недопущение негативных последствий, ну, в части государства в частности, эти критерии определены. Дальше вот именно та вот происходит коллизия, о которой Юрий Владимирович упомянул, это руководители и специалисты, уже конкретно правоприменители или там те, кто реализует эти требования, делают все для того, чтобы, значит, эти риски понизить и объявить о том, что последствия, вот тех последствий, которые вы привели как бы в подводке по инциденту, что они не могут наступить, и у нас все по-другому. И эта тенденция продолжается, она очень хорошо, мы ее видим на процессе категорирования объектов критической информационной инфраструктуры. Вот. С точки зрения нормативно-правовой базы и методических документов, которые, ну, в части, допустим, в СТЭК России и там, федерального законодательства, мы проблем постановки таких целей не видим. Вот. У нас есть следующее, вот как мы все-таки предполагаем, какая проблема. Ну, первая проблема – это решение принимает все-таки руководитель организации о том, приемлемы для него те или иные риски. И от того, как руководителю, а мы здесь все так или иначе, ну, на сцене присутствующие руководители, и от того, как подчиненный донесет информацию,
значит, до руководителя многое зависит. И мы и здесь то, что ну, ряд или многие специалисты по безопасности не могут правильно преподнести, как нам кажется, это наше мнение, значит, преподнести руководителю вот эти риски, вот эти возможные негативные последствия, это является первой проблемой. Здесь она вытекает из многих аспектов, это из подготовки, в ходе подготовки этих специалистов не учат, курсов повышения там, квалификации или переподготовки по данным вопросам тоже практически нет, там это в частности, поэтому это вот первый тезис. Второй тезис, в отличие от, вот как вы сказали в начале, это по поводу там цифровых технологий, IT, там, которые развиваются, в отличие от IT или там те, кто занимается цифровизацией, которые очень грамотно и качественно преподносят руководителю, какие блага наступят после того, как будет внедрена та или иная цифровая технология. Вот поэтому и ощущается вот это расставание, и оно как бы вот в примерах очень конкретных выражается. Вот недавно мы были свидетелями, значит, не буду называть там государственный орган, но, условно говоря, организации, в которой активно внедряются там технологии дополненной реальности, там большие деньги, программы и так далее, а при этом на рабочих местах в инфраструктуре стоит, значит, операционные системы давно уже там порядка 7-8 лет не поддерживаемы производителем, уязвимы, там находится вредоносное программное обеспечение, и как бы, но при этом дополненную реальность всячески как бы надо внедрить. Вот этот результат. Поэтому одна из основных проблем, которые мы видим, это все-таки надо уровень специалистов по безопасности повышать с точки зрения ориентации, я здесь согласен с Юрием Владимировичем, с точки зрения ориентации информационной безопасности на, значит, применительно там, к бизнес-процессам, производственной деятельности, и тогда вся методология, которая выстраивает защиту с точки зрения там, значит, таких подходов, она пусть несовершенна, но она уж точно не мешает для того, чтобы решить эту задачу. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Федорович, сейчас профессиональное сообщество вроде бы сходится во мнении, что действительно мы не можем противостоять вот этому современному уровню угрозы. Большинство компаний не могут отразить даже там, кибератаки среднего уровня. Чего не хватает? Технологий, людей, знаний, компетенций, российских технологий? Коллеги, Виталий Сергеевич сейчас, мне кажется, подсветил две важные проблемы, о которых хотелось бы также сказать, со стороны прокомментировать. Во-первых, это нехватка специалистов и их компетенции в части информационной безопасности. И второй момент – это отставание новых технологий, точнее старых технологий, от новых. С одной стороны, мы говорим про дополненную виртуальную реальность, искусственный интеллект, машинное обучение и так далее. С другой стороны, 90% парка компьютерных машин, операционных систем, особенно на производстве, это какие-то старые устаревшие системы, оборудование, программное обеспечение, операционные системы и так далее. И что мы видим, что в итоге, если мы говорим про критическую информационную инфраструктуру, о которой отдельно сказал Виталий Сергеевич, что закон вступил в силу фактически уже 4 года назад, 1 января будет 4 года, но при этом многие компании сейчас находятся все еще до сих пор на стадии категорирования. И это большая проблема, опять же, проблема из-за нехватки специалистов, компетенций и отставания технологий. Давайте следить дальше, слушать следующих спикеров. В необходимости принимать меры по защите своих цифровых активов и вообще, что такое цифровой актив и как он влияет на развитие конкретного бизнеса, наверное, вот в этом направлении мы еще очень слабо продвинулись. Наверное, нужно воспитывать не только специалистов в области безопасности инфраструктуры, нужно воспитывать и менеджеров, в том числе и менеджеров высокого уровня, которые принимают решения о векторах развития своих компаний. Без этого на сегодняшний день, к сожалению, наверное, развитие невозможно, обеспечение безопасности. И вот тут Юрий говорил о том, что нужно целеуказание поменять. Целеуказание может поменять только руководитель. Если он осознает,
что вот есть угрозы для его бизнеса, не для IT-инфраструктуры как таковой. Тут надо понимать, что на сегодняшний день, наверное, какая бы защищенная система ни была, если кто-то задастся целью в нее проникнуть, он все равно в нее проникнет. Если он не ограничен в ресурсах, он может сидеть, ждать, наблюдать и всегда дождется какого-то благоприятного для него события, которое позволит ему в эту инфраструктуру проникнуть. Вопрос, причинит это вред бизнесу или не причинит? Если мы будем исходить вот из этого подхода, о том, что главная задача не дать причинить вред государственному органу или там, коммерческой компании, и это осознают руководители этой компании, и будут ставить именно так вопрос перед специалистами в области безопасности, то, наверное, мы получим какие-то положительные, ну, не наверное, а получим положительные результаты в области обеспечения безопасности. Я бы вот так сказал. А вот смотрите, сейчас вот три ответа на вопрос, они... С одной стороны, я их разделяю. С другой стороны, они звучат примерно следующим образом, что руководитель должен изменить свою там, ментальность, изменить целеполагание и начать требовать с безопасником. А дальше вы приводили пример, что вот есть айтишники, которые могут донести очень хорошо свою позицию до руководителя. Да там все очень понятно. Есть бизнес-эффект, к которому приводит цифровизация. Безопасность – это все-таки такая функция, но если она хорошая, она незаметна и каких-то вот таких вот прямых бизнес-эффектов, в смысле позитивных, их нет. И когда мы говорим о позиции руководителя, все-таки, как правило, об изменении его позиции, мы говорим про некоторое давление со стороны государства, нормативные требования, так или иначе штрафы, которые могут налагаться, ответственность. А вот, Игорь Федорович, вот с этой стороны должно ли сейчас, вот чтобы изменилось вот это вот целеполагание, усилится давление со стороны государства на бизнес, не знаю, на нас, на отрасль? Нет, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день у нас в государстве сложилась хорошая система нормативно-законодательной базы. Да? Есть все требования, есть обязательства, есть ответственность, осталось только их выполнять. И поэтому в первую очередь, конечно, это вопрос контроля за исполнением этих обязательств, этих требований, которые выдвинуты. Но как вчера сказал Владимир Владимирович, наша страна идет по пути убеждения, а не принуждения. Поэтому я так полагаю, что на сегодняшний день в области информационной безопасности усиливать давление путем введения каких-то дополнительных требований, ужесточения ответственности нет необходимости. Нужно выполнять то, что уже введено. Да, Виталий Сергеевич. Да, но я бы хотел бы дополнить, но это когда-нибудь закончится? Я имею в виду по поводу убеждений, да. Как все когда-то хорошее, оно заканчивается. Мне кажется, это как с QR-кодами. Ну, я ни ассоциации не провожу, как бы я просто когда-то этому должен прийти. Но я не об этом. Вот вы мысли сказали, я сейчас буквально по поводу того, что там, значит, когда приходит айтишник или тот, кто цифровизацию осуществляет, он приносит и говорит, какая будет прибыль, а безопасник вот не может сказать, какая прибыль. Но это как бы как посмотреть. То есть отсутствие убытков – это же тоже прибыль. Понимаете? Поэтому тут это как с вопросом, значит, а что стало вот хуже? Вот хуже становится, количество атак повышается, там количество угроз растет. Но я по-другому можно немного посмотреть на это все. Если мы понимаем, что количество атак, значит, мы их фиксируем, значит, мы их обнаруживаем, с ними борются специалисты соответствующие, принимаются меры. То есть и здесь говорить о том, что количество атак, рост количества атак – это вот показатель неэффективности, чего бы то ни было, я бы так бы не говорил. Вот рост успешных
как бы атак. Вот это вот показатель, наверное, должен быть какой-то эффективности. А понимание того, что количество этих атак растет, значит, средства работают, значит, специалисты их выявляют, фиксируют. Вот. Другой вопрос – это проблема, что дальше происходит после того, как мы это все обнаружили, но это чуть дальше мы, я думаю, поговорим. Да, а вот все-таки, Виталий Сергеевич, хочу вас вот про роль государства, прошу прощения, домучить. Я на самом деле согласен, что сейчас нормативная база в области кибербезопасности, ну, она даже не то, что недостаточная, а местами я бы даже где-то пошел по пути, ну так вот, либерализации. Но при этом, ну, как говорят, что строгость наших законов, да, там, компенсируется необязательностью их исполнения. А как вы считаете, что мы должны сейчас предпринять, что вы предпринимаете для того, чтобы вот этот вот контроль, государственный контроль за исполнением требований, уже предъявленных, он усиливался, и они таки выполнялись? Ну, все, что предусмотрено законодательством, то есть мы как государственный орган не можем в области, особенно в области такой чувствительной сферы, как контроль, предпринимать какие-то меры, которые, значит, законодательством не прописаны. Мы в этом году приступили к реализации положений 187-го закона с точки зрения государственного контроля. Первые проверки начались, они, значит, показывают определенный результат, тенденции, может быть, на там, секциях, которые будут вестись в рамках форума, более подробно об этих проблемных вопросах поговорим. Ответственность установлена, все. То есть с точки зрения, как мне кажется, с точки зрения государства уже усиливать там что-то, ну, от того, что мы штрафы сделаем там не 500 тысяч или не 100 тысяч, а миллион без практики правоприменения как бы того, что сегодня есть, я не думаю, что какие-то эффекты будут. Мероприятия по контролю спланированы, проводятся в установленном законом порядке, проблемы есть, предписания, как бы, и со следующего года начнется уже в полный рост административная ответственность. А там дальше посмотрим, обладает ли это эффектом каким-то или нет, и будем уже шаги дальнейшие планировать. Да, хорошо, спасибо. Юр, добавишь? Да, я буквально пару слов хотел еще сказать про давление, прежде чем начинать давить на руководителя или когда у нас закончится стадия убеждения. Вот смотрите, мы обозначили две проблемы. Первое, что руководитель не хочет... Уважаемые друзья, мне кажется, Виталий Сергеевич и Игорь Федорович сказали важные вещи о том, что действительно закручивать дальше гайки нормативные гайки информационной безопасности особого смысла нет. Скорее нужно менять наше восприятие вопросов нашего отношения к вопросам информационной безопасности и переходить к другому, чтобы воспринималось законодательство не как какой-то кнут, а как дополнительный инструмент к нашим ежедневным мероприятиям по реализации требований по информационной безопасности. И со стороны регулятора здесь важно, и Виталий Сергеевич это говорил, и это в целом понятно, что важнее не наказывать, а важнее помогать компаниям лучше осознавать и качественнее подходить к защите информации, проводить различные мероприятия по повышению осведомленности, мероприятия по киберучениям, и другие вещи. Ну и сейчас для меня лично новость, то, что начались в итоге плановые проверки со стороны ФСТЭК по реализации требований 187-го федерального закона о безопасности. И посмотрим, как это будет выглядеть. Если мы вспомним, как реализовывался и проверялся 152-й федеральный закон о персональных данных, то здесь было достаточно долго, сложно. Наверное, лет 10 прошло, прежде чем многие компании вообще в целом об этом озадачились. Возможно, это было связано с тем, что были достаточно маленькие штрафы за нарушение требований законодательства 152 ФЗ. Посмотрим, что будет в отношении реализации требований 187 ФЗ. Там все-таки, так сказать, наказание, штрафы пожестче, вплоть до уголовной ответственности. И очень интересно, как сложится правоприменительная практика, к чему будут приводить проверки регуляторов и выписывание соответствующих предписаний на устранение нарушений. Давайте смотреть дальше, что говорят коллеги. Хочу вас спросить, насколько... Рассудите нас. Норильский никель, насколько я знаю, очень хорошо, успешно развивает направление кибербезопасности. И действительно, у вас одна из таких сильнейших команд в области кибербезопасности в отрасли. Рассудите нас, что должно стать мотиватором, что должно стать побуждающим мотивом, ну, вот как мы сейчас пришли
к мнению, для бизнеса и для первых лиц компании для того, чтобы действительно инвестировать время, средства, ресурсы в обеспечение кибербезопасности? Как построить успешную кибербезопасность? Да, слышно меня? Во-первых, я хотел сказать, что я абсолютно согласен со всем, что вот, хотя я опоздал, но то, что я услышал с момента моего появления в зале, потому что все те аспекты проблем, которые были затронуты, абсолютно применимы, приемлемы и актуальны для нас. Основой, тем не менее, я вижу два основных направления. Первое – это подготовка квалифицированных кадров в области информбезопасности, создание команды, которая может обеспечить безопасность. И третье, абсолютно справедливо, это работа с руководством компании. Именно подход и поиск путей, когда информационная безопасность может не просто априори говорить о своей нужности, а доказать, показать и убедить руководство в том, что это неизбежно, неотъемлемо и необходимо, вот это требует и особого подхода, особое умение. И потому что, если совершенно справедливо, количество атак растет, но количество отраженных атак, если постоянно ссылаться на то, что мы отразили столько-то атак, это все равно не вызовет восторга, удивления, и это будет восприниматься как некий факт, который, ну да, ты доказываешь свою нужность, свое существование. Но то, что ты не допустил ситуации, при которой были бы созданы и реализованы реальные угрозы для бизнеса, реальные потери, и вот это нужно объяснять, говорить и демонстрировать. И именно, кстати, для этого очень важны, я считаю, назовем так, киберучения в рамках компании, когда проводятся и какие-то и пентестинги, и моделирование ситуации, которые наносят прямой ущерб и приводят к каким-то потерям. И доходчиво, ясно объяснить это. Это первая и, может быть, основная задача. Спасибо. А можно уточняющий вопрос? Ведь когда мы разговариваем с бизнесом, всегда у бизнеса, ну, я сам руководитель компании, да, у меня тоже есть специалисты по информационной безопасности, и мы, руководители, я уверен, что вы меня поддержите, мы достаточно остро реагируем на так или иначе манипуляции. Ведь вы правильно сказали, когда приходит безопасник и начинает что-то рассказывать про инциденты, ущерб, угрозы, у руководителя может сложиться мнение, что он в некотором смысле запугивает, манипулирует, пытается доказать свою необходимость. Когда приходит и рассказывает руководитель компании поставщика решений, может сложиться ощущение, что это, в определенном смысле способ продать свои продукты. И вот где та грань, чтобы не перейти вот это вот при общении с первым лицом, с руководителем, чтобы не перейти вот эту вот грань манипуляции? Доверие. Поэтому руководитель службы безопасности должен пользоваться абсолютным доверием руководителя компании. И изначально первый посыл должен быть, что безопасность – это отсутствие опасности. И поэтому, если все хорошо, это является главным результатом работы. Хорошо, спасибо. Движемся дальше. Давайте я хочу вернуться вот в плоскость государственной политики и помощи. Коллеги, на мой взгляд, Дмитрий Григорьев из Норникеля обозначил тоже две важные вещи, которые хотелось бы прокомментировать. Одну мы уже проговорили, это повышение осведомленности, без которой сложно будет двигаться дальше, особенно вверх цифровизации, цифровой трансформации. И второй момент – это умение донести безопаснику свой посыл до руководства о необходимости приобретения, внедрения тех или иных средств защиты. И здесь важно понимать, как уже сказали коллеги, с одной стороны, это не должна быть манипуляция, это не должно быть запугивание, это не должна быть продажа. Но что же это должно быть?
Ну, ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. И все мы это обсуждаем уже, наверное, с первого дня появления информационной безопасности, уже больше, наверное, 20 лет. Но, тем не менее, есть очень интересные моменты, которые можно применять. Тот же самый референс, те же самые походы или там звонки к другим компаниям, другим руководителям, другим безопасникам, которые могут рассказать свой опыт, как устроено у них, почему они купили или внедрили те иные средства, какие атаки, либо что-то еще подобное происходило, чтобы уже на основании этого, на основании случившегося факта, а не то, что может случиться у вас, принимать те или иные решения. Мне кажется, это может хорошо работать через различные отраслевые объединения, кружки по интересам, связанным с информационной безопасностью, где участники могут вносить свой вклад, обмениваться информацией и дальше получать какое-то преимущество при выборе и приобретении соответствующих решений. Давайте следить дальше. В том числе здесь у нас мы выступаем неким интегратором, мы здесь и у нас реализуются проекты разных других федеральных органов исполнительной власти. Важные проекты, в частности у ФСБ, Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии, у ФСТЭКа мероприятие, это опорный центр доверенной операционной системы. Мы, вот сегодня тоже говорилось о кадровом вопросе, у нас целый большой блок подготовки кадров, это мы помогаем подведомственным вузам, Минцифры, вообще государство, готовим в области международной информационной безопасности кадры Ассоциации документальной электросвязи, мероприятия Центробанка, здесь тоже по подготовке специалистов информационной безопасности в этой сфере. Запускаем сейчас программы тестирования по информационной безопасности госслужащих и для широких слоев населения. Вот, но я бы здесь два мероприятия, наверное, выделил, вот именно где мы видим свою важную роль, которые вот в этом году сейчас будут запущены. Первое, это так назвали его независимый анализ защищенности государственных информационных систем. Ну, здесь, наверное, не совсем точно независимый. Речь идет о том, что мы начинаем привлекать и строим правильный механизм оценки защищенности и в дальнейшем устранения найденных уязвимостей с привлечением коммерческих организаций. То есть мы в первую очередь вместе с регуляторами разрабатываем соответствующую правильную методику, а потом привлекаем наиболее компетентные коммерческие компании к оценке защищенности. Получаем от них результаты, выдаем рекомендации, дальше устраняем, проверяем. Вот такая модель. А так, похожая модель, если говорить здесь уже вот о защите населения, это не совсем кибербезопасность, наверное, киберпреступление ближе, это тоже система антифишинг, которую мы запускаем. Мы на своей базе строим платформу выявления фишинговых сайтов, но опять же привлекаем на коммерческой основе ведущие компании в этой отрасли, которые также нам будут предоставлять для этого материалы. Мы будем все эти материалы обобщать и выдавать, передавать соответствующим правоохранительным органам возможности, то есть эти материалы для уже принятия конкретных решений по блокировке сайтов. Вот, наверное, такая ниша наша, я так вижу, как основная. Спасибо. Спасибо большое. А вот хочу задать вопрос, Станислав Константинович, вам. Как к руководителю Центра компетенций по информационной безопасности в рамках программы «Цифровая экономика». Вот сейчас Александр Михайлович очень правильно говорил про поддержку отрасли. Программа «Цифровая экономика» как раз про это. Как вы считаете, как должна осуществляться поддержка отрасли, поддержка или мотивирование бизнеса к обеспечению кибербезопасности, ну и роль в целом программы «Цифровая экономика»? Да, спасибо большое. Прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы на самом деле вернуться к дискуссии по первому блоку, буквально несколько слов. Вы знаете, вообще вы, Игорь, вместе со своей командой 7 лет назад очень четко определили, угадали вектор развития. И когда вы создавали СОК-форум или СОК как центр компетенции кибербезопасности, на самом деле это был вызов, вы этот вызов приняли, и сегодня это уже фактически целая, ну если не отрасль, то огромный центр компетенции. Так случилось, что за эти годы разные компании, представители, наверное, вот здесь у нас на сцене, наверное, все ключевые люди этой отрасли находятся, ряд из них руководят тоже направлениями, в которых работают СОКи, либо центры киберзащиты. И так случилось, что за эти годы эти центры развивались по-разному,
добиваясь тех или иных результатов. Но случилось то, о чем сказал Юрий, о том, что сказал Игорь Федорович, случилось изменение парадигмы, мне кажется. И это точно произошло. Не произошло появление правил. И, конечно же, те соки, которые сегодня существуют, их становится все больше и больше, конкуренция увеличивается, слава богу. Потому что понятно, что не только крупные компании завтра, но и, наверное, подавляющее большинство компаний, бизнеса, отраслей экономики России будут использовать этот эффективный инструмент для того, чтобы мониторить эти риски, для того, чтобы можно было выявлять угрозы, для того, чтобы можно было реагировать на эти угрозы, реагировать эффективно на эти угрозы. И, конечно, опыт этих лучших соков сейчас очень важен и интересен. И, наверное, можно просить представителей как раз Александра Михайловича и всех коллег, регуляторов объединить этот опыт и, в конце концов, составить минимальные требования, правила, по которым, собственно говоря, эта отрасль будет развиваться еще быстрее. Я со своей стороны не могу не сказать, что вот по нашему направлению в Сбере наш сок сегодня, на сегодняшний день, вот последние цифры приведу, уже анализирует 200 миллиардов риск-событий в сутки. Мы сегодня фактически на площадках анализируем около 1 миллиона различных сообщений в Даркнете. Ну и такие же примерно показатели у других наших партнеров, коллег. Около 2 миллионов вредоносного ПО отражаются, уничтожаются нашими автоматизированными средствами защиты в год. Около 100 кибератак отражает сок Сбера в день. И на сегодняшний день, за последний год, фактически было отражено 140 крупных DDoS-атак на нашу инфраструктуру. Важно, на самом деле, что мы развиваем не только свои компетенции, не только процессы в наших центрах киберзащиты, но и строим платформенные решения. Этим занимаются мои коллеги в разных компаниях. У нас, например, есть одна, может быть, очень важная такая компетенция, когда нам удалось отказаться от иностранного программного обеспечения, когда нам удалось создать собственные платформенные решения. И сегодня в нашем соке используется 100% отечественного ПО, из которых 90% разработано экспертами, сотрудниками Сбера. Мне кажется, отвечая на ваш вопрос, Игорь, что касается, собственно говоря, программы цифровой экономики, ну, честно признаться, хотелось бы, конечно, чтобы программа двигалась быстрее. 4 фактически перезагрузки случилось этой программы за последние годы. И та последняя перезагрузка, о которой говорит Александр Михайлович, наверное, была самой глубокой, и подавляющее большинство важнейших направлений туда вошло. Что беспокоит на сегодняшний день, что не вошло? Не вошли подходы для выработки единой стратегии по противодействию киберпреступности. Ну, все понимают, и все сегодня говорили о том, что киберпреступность сегодня растет такими мощнейшими темпами. Хотелось бы, конечно, иметь большую координацию действий государства и бизнеса в случае организации массовых кибератак. И в этой связи было принято решение, на самом деле, при поддержке уже коллег из Минцифры, для того, чтобы бизнес сфокусировался в рамках этого периода развития программы цифровой экономики по направлению информационной безопасности на 2 приоритетных направлениях. Это борьба с телефонным мошенничеством. И здесь у нас огромный пласт работы у всех вместе. И второе – подготовка кадров. Сегодня уже как минимум 2 моих коллеги здесь сказали про подготовку кадров. Мне кажется, надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности. Спасибо, что определен ВУЗ, базовый ВУЗ, который будет у нас в стране флагманом по развитию этой компетенции. Но, по нашей оценке, не менее 20 тысяч сегодня сотрудников кибербезопасности – это дефицит кадров. 20 тысяч – это минимум. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе. Мне кажется, что сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовку большого отряда
преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода. Вот эти два больших направления вошли в состав, слава богу, вошли в состав программы цифровой экономики, которая вот четвертая перезагрузка случилась. И мои коллеги из бизнес-сообщества многократно ставили эти вопросы. Ну и слава богу, что сегодня парадигма изменилась, о чем сказал Юрий, и эти направления сегодня в фокусе и органов государственной власти, и регуляторов, и в фокусах представителей бизнеса, которые активно бьют в этот колокольчик для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Да, спасибо. Спасибо. Игорь Федорович. Да, я хотел бы немножко добавить, Станислав Константинович, значит, вот по направлению методического обеспечения деятельности мы движемся... Коллеги, хотелось бы прокомментировать слова Александра Шойтова из Минцифры и Станислава Кузнецова из Сбера. Они подсветили также очень важный момент. Во-первых, то, что предлагается сделать симбиоз государства и бизнеса, что-то подобие частного государственного партнерства, когда методология предоставляется государством, а реализация уже в большей части за бизнесом. Мы уже знаем такие успешные примеры. Мне кажется, действительно, в области информационной безопасности, в области анализа защищенности государственных информационных систем и в целом, в части защиты от кибератак, здесь это такая схема, такая связка государства и бизнеса может сыграть, может принести реальную пользу. При этом у того же Сбера есть большой опыт, если мы говорим про платформенные решения, о том, что говорил Станислав Кузнецов. Тот же Гостех, он фактически создается на базе платформы Сбера. И вполне возможно, я не удивлюсь лично, если что-то подобное на платформе Сбера появится и в части защиты от кибератак, в части информационной безопасности. Ну и уже третий, а то и четвертый спикер, который особое внимание уделил вопросу отсутствия необходимого количества кадров и компетенций, что еще раз показывает действительно важность и катастрофическую ситуацию с кадрами в области информационной безопасности. И очень важно эти кадры наращивать, возможно, передавать опыт через различные системы наставничества, где более опытные передают более молодым, начинающим. Таким образом, даже без наличия, может быть, пока необходимого количества институтов, преподавателей, через наставничество передавать таким образом опыт, чтобы этот процесс двигался быстрее, чем он происходит сейчас. Давайте послушаем, что у нас происходит в зале. Что, когда начинается диалог между службой безопасности и топ-менеджментом компании, то результаты достигаются в первую очередь не за счет денег. Ну, то есть на нашей практике есть примеры того, как результат, когда неприемлемый сценарий становится невозможным, достигается без увеличения бюджета. Без чего невозможно получить такой результат? Без вовлечения топов. Ну, то есть пока гендир лично не потратит на это условные 10 часов, а топ-менеджмент профильный, который отвечает за те или иные бизнес-направления, в которых можно устроить негативный сценарий, условный главный инженер, казначей или финдир, там legal ребята, PR ребята, вот пока они тоже не потратят условно там 20 часов, результатов там не получить. Поэтому вот так вот, понятное дело, что с тем уровнем цифровизации, который у нас сейчас есть, тяжело отделить, что на безопасность, а что на цифровизацию. Ну то есть условно, если ты хочешь получить результат, когда неприемлемый сценарий становится невозможным, тебе нужно менять бизнес и IT-инфраструктуру. Но это ведь стоимость бизнеса и IT-инфраструктуру. То есть, грубо говоря, IB-ready IT-инфраструктуры не стоит дороже, чем не IB-ready IT-инфраструктуры. Поэтому просто тратя деньги на цифровизацию, ты можешь потратить с учетом того, что тебе нужно будет получать такой результат в кибербезопасности. А потом сама кибербезопасность не будет стоить дороже. Поэтому мое такое, может быть, непопулярное убеждение заключается в том, что по-честному нам не нужно валить как-то на то, что у нас недостаточно денег. Ну, денег у нас много на цифровизацию. Правильно ее надо делать. Те деньги, которые тратятся на безопасность сейчас, они на самом деле, они достаточны для того, чтобы начать получать первые результаты. И здесь, получается, не надо занимать, мне кажется, позицию нам, кибербезопасникам, в позицию, что дайте денег, то начнем делать результат. Давайте делать такие результаты, которые начнут вдохновлять первых лиц, а потом они начнут, может быть, давать чуть больше денег. Вот. Это вот с точки зрения заказчика. История с точки зрения самого бизнеса, того, как делаются продукты, компании какие-то. Ну ведь по-честному в стране не так мало денег. Много инвестфондов, много людей конкретных, которые готовы инвестировать деньги в продукты. Есть какой-то другой фактор, причина, почему эти деньги не так легко пускаются в кибербезопасность. Непонятность, может быть, где-то зарегулированность.
Поэтому на самом деле, если мы начнем получать все больше и больше простых, понятных, измеримых, достижимых результатов, денег просто коммерческих придет очень много в эту индустрию. Ну и помимо всего прочего, всегда есть возможность быстро расти, хай-теку, выходить на биржу, привлекать свои средства, какие-то денег на самом деле прям много. Просто нужно делать результаты. Вот мой ответ такой. Может, он не очень популярный, но тем не менее. Да, Юр, но тут, ты знаешь, я обеими руками за. Да, и подход, когда тоже вот там обсуждаем такие вопросы, что если умно расходовать существующий бюджет, то прям можно заметно повысить информационную безопасность. Но что-то вот по нашему с тобой опыту реализации проектов, когда мы начинаем выходить на топ-менеджмент и действительно бороться с вот этими вот экзистенциальными рисками, бюджетный инфобез, ну вот так раза в три вырастает, в том числе благодаря вниманию со стороны высшего руководства. Ну так это хорошо, если он вырастает, то, конечно, давайте просто на этот бюджет там делать еще лучше. Но вопрос ведь он в одном. Слушайте, ребят, за деньги крутой результат купить нельзя. Никогда и нигде. Ну видишь, такая пословица. Ну хочешь сделать там хорошо, но сделай это дешево. Как только появляются деньги, внимание не туда. Как их потратить, как их использовать? Ну не о том начинают люди думать. Поэтому денег надо тратить мало, а фокусироваться на результате. Хорошо. Мне кажется, я только реплику добавлю. Мне кажется, что вот наш опыт показывает, что не только инвестиции играют здесь ключевую роль. Наш опыт показывает, что не менее 80% от вообще реализации большого проекта – это изменение процессов. Это построение процессов, это построение правил, как быть эффективными. И меньшая роль относится уже к финансированию. Да, в этом смысле я согласен. Александр Михайлович. Да, ну я про деньги все-таки скажу. Значит, да, у нас ведомственные программы цифровой трансформации сейчас утверждены. И в том числе есть методики, по которым оценивается их успешность, ну и требования к ним предъявляются. Вот мы сейчас, значит, вносим туда изменения, связанные с информационной безопасностью. Ну и вот пока на ближайшем этапе мы не закладываем конкретную, там, конкретный процент, сколько нужно тратить на информационную безопасность, но будет проведен соответствующий мониторинг. То есть ну, ФАИВы должны будут давать картину по тому, сколько средств они потратили конкретно на ИБ. Вот исходя из того, что... Ну и тогда мы получим некую объективную картину, и, возможно, на следующих этапах, это надо обсуждать, ну, предъявим соответствующие требования, что должно тратиться не меньше какой-то суммы. Да, спасибо. Дмитрий, добавите к нашей дискуссии. Да, я хотел буквально короткую ремарку, основываясь на нашем опыте в компании. Первое, что мне кажется, что в плане оптимизации экономии средств очень важно, чтобы ИБ включалось на самом начальном этапе, что, конечно, сильно экономит затраты, чем если потом подключаться уже на какое-то, это будет наложенное решение. Поэтому вот для нас и вот то, что мы со своей стороны в компании всячески продвигаем, это то, чтобы с первого шага, с уровня идеи уже включались вопросы информационной безопасности. И второе, по линиям и направлениям. Я должен сказать, что вот опять же, основываясь на нашем опыте, особенно в условиях пандемии, сейчас все чаще ломают не компании, а людей. И поэтому уровень повышения осведомленности, который менее затратен, скажем так, чем перестройка инфраструктуры, тем не менее дает, становится крайне важным и дает самый лучший эффект. Да, я на самом деле согласен. Это очень хороший у нас вот сейчас получился диалог. Действительно, безопасники очень часто попадают в такую очень простую ловушку. С одной стороны... Коллеги, ну также... Наши участники озвучили очень важную вещь, которую хотелось бы прокомментировать. В частности, то, о чем мы уже сегодня говорили, как разговаривать с руководством безопасника, на каком языке, что ему говорить, чтобы не манипулировать, чтобы не пугать. Вот как раз замечательный совет, которым можно воспользоваться. За маленькие деньги, либо вообще бесплатно, показать руководству результат, показать свою эффективность. И уже дальше, после этого, приходить и разговаривать о каких-то суммах, о каком-то закупке, о каких-то закупках и дальнейшем внедрении. Мне кажется, это такой правильный подход, когда вы не, так сказать, тратите деньги, не обосновываете их там затраты, а приходите уже с результатами, и дальше разговор может идти совсем по другому сценарию. И вот хотелось бы также добавить комментарий к словам Дмитрия Григорьева из Норникеля. Это, собственно, Норникель – это большая промышленная компания, в которой большое количество автоматизированных систем технологических процессов и
как раз в них можно показывать хороший результат за небольшие деньги, по крайней мере, на начальном уровне. Когда используются не навесные средства, о том, что говорил Дмитрий, что нужно безопасникам подключаться на самом начале, на первом этапе создания или там, модернизации систем. Когда используются не навесные средства, а именно встроенные. То есть как раз на примере АСУТП можно очень ярко это продемонстрировать руководству, когда, используя внутренние средства, внутренние контроли, внутренние механизмы самих систем, автоматизированных систем управления, повышается уровень безопасности, обеспечивается защита информации, и уже дальше с этими результатами можно приходить к руководству и продолжать разговор о закупке и внедрении других навесных средств, если встроенных в данном случае не хватает. Давайте посмотреть дальше. Здесь, наверное, если правильно выстраивать процессы информатизации, то больших средств вряд ли потребуется. Да, согласен. Спасибо. Движемся дальше. Знаете, хотел обсудить еще такой вопрос, касающийся отраслевого регулирования в области информационной безопасности. Вот по мировой практике, там, в развитых с точки зрения кибербезопасности странах, большая роль отведена отраслевым регуляторам, то есть ФАИВам, в нашей терминологии, курирующим отрасль, еще и добавляется еще и определенные аспекты в обеспечении кибербезопасности отрасли. Даже не столько обеспечения кибербезопасности, а сколько готовности к отражению атак. И вот говоря про отраслевое регулирование, хотел сначала, Антон Юрьевич, вам задать вопрос. Сейчас действительно Минэнерго очень активно продвигает тему кибербезопасности. Сейчас некоторое количество рабочих групп функционирует. Вы проводите отраслевые учения по кибербезопасности. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Роль Министерства энергетики, ну и вообще роль отраслевого регулирования в кибербезопасности. Да, Игорь, спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Ну, прежде чем ответить сразу в лоб на вопрос, небольшую историю, как у нас это создавалось. В 2018 году был создан наш департамент, в который вошли вопросы, соответственно, в том числе экономической безопасности. Это о чем мы сегодня много говорим. Кто на что тратит деньги и как. Второй вопрос. У нас есть собственный закон. Не у всех, соответственно, отраслевых министерств есть закон о безопасности объектов ТЭК. Вот. И, соответственно, во исполнение этого закона мы занимаемся обеспечением, вырабатыванием политики в области обеспечения безопасности объектов ТЭК, а именно от актов незаконного вмешательства. И, соответственно, третье такое важное направление, это как раз у нас создан был отдел информационной безопасности. Эти все три, ну, два направления напрямую подчиняются руководителю министерства, министру, что дает нам определенные административные возможности и уделять этому вопросу особое внимание всех руководителей структурных подразделений. Вот. Дальше, соответственно, сегодня уже говорилось, что такое да, безопасность, отсутствие опасности. Отсутствие опасности – это комплекс мер, на наш взгляд. Для того, чтобы выработать комплекс мер, чтобы такая опасность отсутствовала, надо понимать, в чем такая опасность выражается. Да? Это как внешний нарушитель, так и, соответственно, внутренний нарушитель. Когда мы в 2019 году начали, в первую очередь, бросились изучать, что такое внешний нарушитель, да, эти хакерские различные компании, вот, в том числе транснационального масштаба. Вот, мы не особо уделили это внимание, уже Виталий Сергеевич об этом сказал, внутреннему нарушителю. Поэтому можно тратить действительно очень большие денежные средства, вот, а сотрудники отраслевых департаментов просто зайдут, флешку вставят с определенным вирусом, и на этом все закончится. Или, например, неправильное использование мобильных сервисов, что на сегодняшний момент очень актуально. Вот. Поэтому, на наш взгляд, в чем выражается, соответственно, комплекс мер? Первое, соответственно, разобраться с внутренним нарушителем. И уже потом, ну не потом, а параллельно, соответственно, и заниматься вопросом противодействия внутреннему нарушителю.
Значит, что сделало министерство? Помимо создания такого структурного подразделения, мы одни из первых федеральных органов исполнительной власти создали свой собственный ведомственный центр кибербезопасности. Уверяю вас, за очень маленькие деньги. Вот. Дальше, соответственно, этот центр ведомственной безопасности, кибербезопасности, зона ответственности его явилась, это непосредственно центральный аппарат и наши подведомственные организации. Да, действительно, в нашем центральном аппарате и в подведомственных организациях немного значимых объектов критической информационной инфраструктуры, но при этом мы на сегодняшний момент мониторим состояние защищенности этих объектов. Растет? Да, растет количество попыток различных взломов, кибератак. Боремся с ними? Да, боремся. Но это что касалось, соответственно, в отношении министерства и наших подведомственных организаций. Сегодня также задавались вопросы вот нашим регуляторам, достаточно ли на сегодняшний день нормативно-правовых актов, которые регулируют эти вопросы. Для нас, как для субъекта по закону о безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, конечно, достаточно. Конечно, достаточно, и требования есть, и закон работает. Значит, а теперь мы переходим, соответственно, для отрасли, да, поговорить об отрасли, как вот Игорь как раз и задал вопрос. Вот что мы сделали для отрасли? Значит, у нас создана определенная площадка, где мы собрали представителей всех ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, чтобы понять, что вообще происходит, да. В первом этапе мы ее использовали как, соответственно, координация и помощь в завершении процедур категорирования, а потом, соответственно, начали выносить вопросы, проблемы, которые имеются у наших компаний топливно-энергетического комплекса. И что мы на сегодняшний момент видим? Мы говорим сейчас, да, о законодательстве. Да, законодательство для нас, для субъекта достаточно. Но если рассматривать нас как отраслевого координатора в данной ситуации, то мы считаем, нам, конечно, здесь в дальнейшем бы потребовалось дополнительные полномочия в целях, соответственно, мониторинга. Для чего нам нужен такой мониторинг? Да, мы сегодня запустили определенного рода пилотный проект и запустили его только умышленно в области субъектов электроэнергетики, потому что на сегодняшний момент видим, что субъекты электроэнергетики наиболее взаимосвязаны, и не дай бог атака компьютерная на один из субъектов может повлечь за собой, соответственно, неисполнение своих обязательств с другими субъектами электроэнергетики. Я сейчас, если поподробнее, то это организации, которые занимаются передачей электрической энергии, основная это Россети, организации, которые производят электрическую энергию, организация, которая основная диспетчеризирует это системный оператор, бытовые организации, да, мы понимаем, что своего рода в настоящее время появляется новая сущность, как кибербезопасник в ТЭК, который должен понимать, как работает организация ТЭК в зависимости от ее отраслевой принадлежности и понимать, что такое информационная безопасность. Вот мы что-то начинаем вот в этой части нащупывать. Что это будет? В виде чего? Пока не понимаем. Но понимаем, что это нужно. И уже завершая свое выступление в части состояния защищенности в отрасли, вот, да, компании топливно-энергетического комплекса сами себя защищают, ну, на довольно высоком уровне. Мы видим, что вкладываются деньги. Мы видим, по крайней мере, в крупных компаниях отношение руководителей, довольно очень серьезные руководителей первых лиц компаний к вопросу информационной безопасности. Коллеги, ну, на мой взгляд, Антон Семейкин из Минэнерго обозначил тоже несколько важных вещей, которые заслуживают внимания и комментариев наших. В частности, очень интересен опыт министерства, потому что у них есть собственный отраслевой закон, касающийся безопасности объектов ТЭК. То, что коллеги из Минэнерго создали первый, как они говорят, центр кибербезопасности, именно отраслевой, то, что они под своей эгидой собрали в виде некого сообщества основные ключевые организации отрасли, и то, что они делают акцент не только на защите от внешнего нарушителя, но и от внутреннего, это действительно заслуживает большого уважения, внимания и, возможно, перенятия такого опыта. И то, что сказал Антон по поводу появления некого безопасника ТЭК, это тоже, мне кажется, такой важный момент о том, что появляются не просто безопасники, а появляются
узкоспециализированные безопасники, которые могут знать и обладать компетенциями не только в области информационной безопасности, но и в области, собственно, энергетики, если мы говорим о других сферах, то и в соответствующих других сферах. Мне кажется, здесь очень похожи Минэнерго и банковская сфера, где действительно тоже большое количество мероприятий создано, есть Финсерт, есть большое количество законодательства, и другим отраслям, другим министерствам, другим сферам, мне кажется, есть смысл перенять опыт у коллег из Минэнерго и многому чему научиться, и возможно, внедрить соответствующие подходы у себя, в своих организациях, в своих отраслях. Мне кажется, сейчас Игорь говорит тоже что-то важное, давайте послушаем. В чем польза? Да, спасибо большое за вопрос. Но очевидно, что регулятор, как Центробанк, здесь оказывает решающее такое позитивное влияние на объединение общих усилий. И мы, на самом деле, в своей отрасли обсуждаем это и под зонтиком Банка России, и под зонтиком Ассоциации Банков России. Все вместе обсуждаем, на самом деле, наши острые проблемы, где мы можем сосредоточить свои усилия. Но мне кажется, что здесь, конечно же, я вернусь вот к теме противодействия киберпреступности, кибермошенничеству. Я могу вам сказать, что вот объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. То, о чем сказал Юрий, на самом деле, в самом начале. И это может быть попытки, но киберпреступность и вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось. И вот наша цифра показывает, что Сбер предотвратил вот за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода за 11 месяцев. То есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эта цифра на самом деле беспрецедентная. Одновременно, помните, я говорил о том, что мы боремся с телефонным мошенничеством, и, конечно же, мы здесь координируем наши действия. Но нам немножко здесь удалось, может быть, сделать больше. У нас примерно где-то на 50% по нашим клиентам снизилось телефонное мошенничество. Но одновременно другая цифра, которую нам говорит наш регулятор, говорит о том, что общий фон в стране телефонного мошенничества не уменьшается, а даже растет примерно на 15%. О чем это говорит? Это говорит о том, что преступники просто перетекают с одной организации на другую организацию. И в этой ситуации, конечно же, невозможно не объединять усилия, не координировать наши усилия все вместе, потому что произойдет ровно то, что происходит. Некоторые банки заявили о том, что потери их клиентов выросли в текущем году не менее чем на 40%. И это тоже говорит о том, что перетекают, собственно говоря, вот с одной организации в другую. И по противодействию, конечно же, нам надо координировать усилия. Мы, например, при поддержке нескольких кредитных организаций, при поддержке ЦБ, сейчас объявили войну дроперам. Наверное, не стоит в этой аудитории рассказывать, кто такие дроперы или дропы. Так вот, первая аналитика показала, что у нас активно действует в день около 500 тысяч дроперов. Важно понимать, как они действуют, что они делают, какие инструменты использовать и что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить, не допустить, остановить. И у нас была ситуация, когда мы одномоментно заблокировали около 15 тысяч карточек, которые использовали дроперы, попали на 100% в цель. Важно здесь, конечно же, не только координировать усилия в рамках финансово-кредитной сферы, в рамках вот кредитных организаций, но и с правоохранителями, потому что здесь мы можем выявлять, но мы не субъект ОРД, оперативно-розыскной деятельности. Конечно же, автоматически, одномоментно к этой проблеме должны подключаться правоохранительные органы и мгновенно реагировать. К сожалению, в отношении этой категории преступников у нас фактически никогда не доходит дело до судов. Ну да, были факты, когда их задерживали. Значит, нам надо сделать такую законодательную базу, такие изменения в наших подходах, принять жесткие меры по реагированию и добиваться этих целей. Мне кажется, вот у нас есть много примеров, когда у нас это получается неплохо.
И этому в том числе способствует то, что нормативная база, которую существенно сейчас переосмысливает, гармонизирует Банк России, она помогает кредитным организациям выстраивать процессы вот именно в эту сторону. Спасибо. Хорошо, спасибо. Виталий Сергеевич, планируется ли вот в части нормативной базы по критической информационной инфраструктуре усиление роли отраслевых ФАИОВ, отраслевых регуляторов? Первое, мы поддерживаем вообще усиление роли отраслевых регуляторов в области обеспечения информационной безопасности и, в частности, обеспечения критической информационной инфраструктуры. Мы предложили, внесли в правительство предложение по участию, ну, скажем так, отраслевых регуляторов в процедуре отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре. Пока это ограниченное, то есть не в целом не системное такое действие. Но я думаю, что понимая, куда движется там и аппарат Совета Безопасности, давая нам определенные указания, и аппарат правительства, я думаю, что мы придем к постепенному все больше и больше усилению роли отраслевых регуляторов в вопросе информационной безопасности. Но только здесь есть один нюанс. Это отраслевая роль, она в чем должна заключаться, надо понимать. Если это создать еще одного дополнительно, федеральный орган, который уполномочен в области обеспечения информационной безопасности, установить какие-то дополнительные требования, то мы сегодня вроде бы все в ходе дискуссии подтвердили, что нормативно-правовая база сегодня достаточна. Для того, чтобы просто своим письмом перенаправить документы в СТЭК или ФСБ до определенных организаций, для этого отраслевой регулятор, я думаю, не нужен. А у нас, к сожалению, за исключением Центрального банка, как было сказано, который, такую политику нормативного регулирования очень ответственно проводит, у нас на сегодняшний момент мы от отраслевых регуляторов, которые сегодня создают, имеют определенные попытки или заявки на такую свою повышенную роль, видим именно такие пока действия. То есть это перенаправление документов или материалов, которые направляются из уполномоченных федеральных органов, отсутствие каких-то разъяснений, учитывающих специфику той или иной. Мы-то со своей стороны видим именно в этом роль отраслевых регуляторов. То есть какая-то проблема отраслевая. Отраслевой регулятор и должен ее решать. То есть сказано было о том, что в электроэнергетике все взаимосвязано, условно говоря, так надо и на проблемных вопросов и искать роли, собирать их, с ними общаться, решать эту проблему. Я простейший пример могу привести, из того, что сказали, привели электроэнергетику, взяли, принимается решение о том, подключить к одной инфраструктуре и генерацию, снабжение и так далее. Все, а технические решения по подключению, то есть правовое, понятно, концепция, стратегия, единая цифровизация, пространство, а технические решения по подключению никто не прорабатывает. Все, с точки зрения безопасности я имею в виду. И дальше начинается пикетирование друг друга писем. Надо, не надо, разъясните, покажите. Так вот, этот вопрос во всех отраслях проблемный существует. Я могу привести это не только по транспорту, и по здравоохранению и так далее. Когда решение это принимается организационные, стратегические, а потом требуется их проработка на уровне реализации. И здесь, учитывая, что у нас все-таки 13 сфер в критическую информационную инфраструктуру включены, именно в этом и заключается роль отраслевого регулятора. И если мы к этому подойдем, и в этом направлении будем двигаться, мы двумя руками за. А если это будет, как я сказал, перенаправление документов или писем, просто направляем и дальше идите опять во ВСТЭК, пусть они, тогда это, мне кажется, неэффективная схема работы. Да. Юра, одну фразу, если только. Прям короткую фразу. Я хотел развить мысль Виталия Сергеевича все-таки про отраслевую безопасность. Что есть результат деятельности отраслевой безопасности? То есть взаимопомощь, да, но она тоже измерима, насколько мне это помогло. Но самое важное, что на самом деле только отраслевая безопасность может решить проблему, которая возникает в отрасли целиком. Мы сегодня напали на энергетику, электричество.
Ну, то есть, по сути, если мы говорим про то, что в ходе хакерской атаки может быть обесточен город, этот вопрос может решить только отрасль. Да. Только отрасль. А это значит, мне, как человеку, живущему в этой стране, очень важно, чтобы отраслевая безопасность начала приводить к таким результатам. Я, как человек индустрии в то же время, хотел бы стать свидетелем того, когда условно государство соберется и скажет, у нас есть цель сделать сценарий обесточивания города в ходе хакерской атаки нереализуемым. И когда условно я увижу, что позовут лабораторию Касперского, Бизон, Позитив, группа IB и скажут, давайте-ка мы сейчас по-настоящему протестируем, а можно ли устроить хотя бы блэкаут города-миллионника, хотя бы на 3 часа. Они скажут, можно. Но вот это будет ответом. Когда отраслевая безопасность придет и скажет, что, ребят, все, блэкаут больше невозможен, в ходе хакерской, я скажу, о, фу, все, ура. Вот это результат. Хорошо, да, Юр, спасибо, я согласен. В заключение хочу один, не могу не осветить один важный вопрос, он может быть чуть в сторону, но вот я общался в кулуарах, очень многих он волнует. Александр Михайлович, к вам. Сейчас в нашу жизнь начали входить облака. Причем не просто облака, которые там, мы используем так или иначе для частного потребления. На уровне государства и государственных информационных систем мы прям движемся уверенно в эту сторону. По крайней мере, так выглядит со стороны. Государственная единая облачная платформа, гособлако, гостех. Александр Михайлович, вы как регулятор, расскажите, какова политика, куда движется вот в этой части индустрии? Да, спасибо. Ну, вообще, информационные технологии очень быстро сейчас развиваются. Это действительно это облачные, это туманные, граничные вычисления, программно определяемые системы. Действительно, это очень может быть при правильном использовании эффективно. Но это порождает, если мы говорим о последних или там чуть предпоследних достижениях в этой сфере, с точки зрения ИБ. То есть мы здесь на самом деле действительно находимся на грани возможностей, все мы работаем. Ну, именно такие решения, видимо, нужно использовать на государственном уровне. То есть если мы говорим о каких-то небольших суперзащищенных системах, можно обойтись без них, но в государстве мы вынуждены будем ими пользоваться. Ну и понятно, что у какого-то государства, не у Российской Федерации, может быть выбор взять эти системы полностью и соответствующую информационную безопасность тоже зарубежную, ну и тогда мы полностью будем зависимы. Вот. Россия, конечно, этого сделать не может, поэтому ИБ нужно строить самим свою, соответственно. Ну и такие проекты, вот о них было сказано, это гособлако, гостех, значит, ну... Здесь нужны новые подходы и в создании, и потом в последующем мониторинге таких систем. Ну вот про если гостех, я здесь вижу, ну первое, что нужно, это действительно об этом говорилось на ранней стадии, на всех стадиях создания таких облачных платформ, в частности, и других информационных технологий, сразу определять и разрабатывать и внедрять информационную безопасность. Это первое. Второе, то, что здесь нужны новые формы взаимодействия. Вот мы сейчас в рамках министерства, вот применительно конкретно по платформе Гостех, собрали вот эти рабочие группы, это регуляторы, это ведущие разработчики IT и информационной безопасности, это научные организации, и вот на одной площадке нужно работать всем вместе, и вот в таком контексте, наверное, мы сможем эти системы создавать, и такой же вопрос возникает в случае, когда будет мониторинг этих систем, тоже здесь нужно отстраивать принципиально новое, наверное, взаимодействие государства, бизнеса. Нужно действительно, видимо, предъявлять, в случае, если мы привлекаем коммерческие организации к защите важных с точки зрения государства систем, предъявлять к ним дополнительные требования. Вот мы обсуждаем вопрос возможности лицензирования операторов государственных информационных систем, которые занимаются информационной безопасностью. Вот с моей точки зрения, вот эти два направления, они вообще ключевые вот в этом ключе. Да, это очень важно. Спасибо. Виталий Сергеевич, планируются ли изменения в нормативной базе в связи с появлением облачных ГИСов?
Ну, я сначала вот все-таки скажу про новые подходы. Вот мы постоянно говорим, нам нужны новые подходы, новые парадигмы, новые концепции. А потом, когда мы начинаем раскрывать вот это все новое, то это все становится забытое старое. Ну, вот эти тезисы, которые мы даже сегодня в ходе дискуссии озвучили. Нам нужно внедрять информационную безопасность с самого начала. Мы когда об этом говорим? Мы сколько об этом говорим? Этим положением уже, я не знаю, они, по-моему, с конца 80-х только первые компьютеры начали появляться, начали об этом говорить. Значит, нам нужно там специалистов обучать. Это тоже как бы не особая новость. Нам нужно отраслевых регуляторов вовлекать. Это тоже не какие-то ножницы. Вот я бы хотел бы разделить всю нашу всегда вот и последующую дискуссию на вещи, как это развить. Мы еще, вот наше мнение такое, мы не исчерпали еще существующие как бы ресурсы того, что у нас сегодня. То есть их не повысили, их эффективность, а мы уже пытаемся строить что-то вот сверхновое. И что мы нового сегодня сказали? Поэтому я все-таки предлагаю говорить о повышении качества и эффективности существующего сначала. И потом, когда мы выйдем на определенный как бы предел наших возможностей, вот тогда уже совершать какие-то скачки в будущее и как бы строить какие-то новые схемы, их придумывать. Это тоже надо, но без того, пока мы не исчерпали существующие возможности, я думаю, что это будет неэффективно. Теперь, что касается отраслевой нормативной базы, отраслевой нормативной базы, изменение нормативно-правовых актов, да, вот в развитии темы, Александр Михайлович, вот это все появление облачных всех сервисов, оказание услуг и так далее, оно, собственно говоря, к чему приводит? Оно приводит к изменению, не то чтобы концептуально, мы всегда об этом говорили, но с точки зрения нормативно-правовой базы, вот у нас сейчас требования по защите государственных информационных систем установлены в соответствии с 149-м федеральным законом. Но государственная информационная система на сегодняшний момент выродилась из вот той вот информационной или автоматизированной системы, которой мы ее знали там в 90-х годах, когда эти стандарты 34-й серии зарождались, когда это оборудование, когда это специалисты, программное обеспечение. Сегодня это выродилось некий в прикладное программное обеспечение и сервисы, которые сейчас многие, значит, называют государственной информационной системой, дальше ее разворачивает на инфраструктуре уже существующей того же ЦОДа, либо на облачной, либо на необлачной, большой разницы нет. И дальше у нас получается следующая проблема. Мы требования к государственной информационной системе как бы предъявили законодательно, нормативно, а инфраструктура, на которую эта государственная информационная система у нас как бы, а тем более, если эта инфраструктура принадлежит коммерческой компании, как правило, сейчас это так, к инфраструктуре требования никакие у нас на сегодняшний момент не предъявлены. Поэтому это стало одной из таким побуждающим действием к тому, чтобы предложить нам поменять норму 149-го закона и требования, чтобы устанавливались не только на защиту информации, являющейся государственной информационной системой в системе, да, а требования по защите информации, являющейся государственным информационным ресурсом, вне зависимости от того места, где этот государственный информационный ресурс обрабатывается на прикладном уровне государственном или на системном уровне в центре обработки данных. Такие предложения мы внесли. Сейчас они обсуждаются, примут, не примут, вопрос уже от нас малозависящий, но это потребует, безусловно, изменения, в части в СТЭК скажу, 17-го приказа в СТЭК России, всем известного, когда мы должны будем от регулирования там, как конкретного объекта информационной системы перейти к определению требований к процессам организации и управления защитой информации у оператора такого сервиса. Такая работа у нас сейчас идет. Спасибо. Игорь Федорович, будет ли меняться позиция НКЦКИ в связи с появлением облачных ГИСов, усиливаться роль НКЦКИ? Ну, на наш взгляд, здесь для НКЦКИ большой разницы нет. Конечно, наверное, вот можно сейчас говорить о том, что кибербезопасность или обнаружение атак становится сервисом, который будет предлагаться собственнику информации, как сказал Виталий Сергеевич. И в этом смысле, да, наверное, наши подходы претерпят какое-то изменение, но это будет скорее эволюционное изменение в развитии наших отношений с теми организациями, которые будут
такой сервис предлагать. Спасибо. Станислав Константинович. Да, я хотел бы на самом деле Александра Михайловича поддержать. Надо честно сказать, что мы сегодня вот стоим на пороге большого, нового, крупного проекта, который сейчас еще надо еще сформулировать и построить основные принципы архитектуры. Как защищать ГИСы? Как защищать облачные ГИСы? Ответов на эти вопросы, надо честно сказать, на сегодняшний день доскональных нет. Такая работа начата под руководством группы, которую возглавляет Александр Михайлович. И мне кажется, что здесь нам надо всем вместе объединиться для того, чтобы лучшие практики, лучший опыт соединить вместе и помочь в короткие сроки, на самом деле под зонтиком Минцифры, построить решение, которое будет защищать государственные информационные системы более эффективно. Я добавлю, позволю себе добавить, Станислав Константинович, когда все-таки, вот я как полагаю, что когда мы говорим о том, как защищать ГИСы, это все-таки больше технологическая проблема. Проблема программного обеспечения, оборудования, вот в той парадигме, потому что когда мы строим гособлако на инфраструктуре, которая по объективным, субъективным причинам, ну, мягко так говоря, управляется не нами, да, в этом самый большой вызов. Как построить безопасность вот в этих условиях? В вопросах, в подходах, с точки зрения общих там подходов, как нам строить центры мониторинга, специалисты, процессы безопасной разработки и так далее, это все решаемые задачи. А все-таки самые проблемные вопросы – это технологический. То есть и эта проблема того примера, который я приводил. То есть вначале мы начинаем внедрять какие-то перспективные как бы, технологии, не имея, собственно говоря, некого ну, базиса, на, базе, ну, на основе которого мы это создаем. Мы можем много-много придумывать различных механизмов, но если мы сегодня объективно не можем контролировать, ну я так условно набитый оскомину, процесс там ремонта, поддержки там серверного оборудования СХД и там телеком оборудования, мы сами не в состоянии контролировать эти процессы, ну тогда мы строим некие как бы воздушные замки, собственно говоря, мы вкладываем деньги и в то, чего эффективность чего достичь как бы ну даже на высоком уровне точно не получится. Спасибо большое. Видно, что Виталий Сергеевич задела тема защиты государственных информационных систем. Так, друзья мои, прям, не знаю, у модератора есть одна очень такая неприятная обязанность, это останавливать дискуссию, когда завершилось время, и, к сожалению, у нас время нашей первой пленарной панели подошло к концу. Мы не поставили точку, мы не поставили даже точку с запятой. Может быть, эта запятая – это приглашение к дальнейшему диалогу, к диалогу, который будет в течение 2 дней. Друзья мои, давайте поблагодарим нашу панель, наших спикеров. Очень интересные, не всегда однозначные мнения прозвучали, очень здорово. Коллеги, большое вам спасибо. Считаю наш СОК-форум открытый. Друзья, ну вот и завершилась официальная часть нашей основной дискуссии СОК-форума. И хотелось бы не просто отпустить вас, а прокомментировать, что же сегодня происходило. Я специально последние 10 минут не комментировал, собирался с мыслями, фиксировал себе тезисы, чтобы дальше поделиться им с вами. Сейчас будут лично мои какие-то ощущения, тезисы. Они могут быть у вас совершенно другими, но буду рад, если они вам помогут и окажутся полезными. Ну, ключевым вопросом, о котором говорили практически все сегодня выступающие, это некая кадровая катастрофа. У нас не хватает кадров, у нас не хватает компетенций в области информационной безопасности, и с этим нужно что-то делать. Необходимо создавать новые кафедры, необходимо создавать отраслевые какие-то клубы, возможно, применять механизмы наставничества и так далее. Кроме этого, важно, сегодня коллеги отмечали, что без вовлеченности руководства высшего компании ну, ничего практически не произойдет. Пока руководство будет относиться к безопасности как к какой-то второстепенной проблеме, мало что изменится. Поэтому важно
находить общий язык между безопасниками и руководством. При этом, опять же, как сегодня коллеги предложили, важно не приходить сразу и не просить деньги, а приходить уже с результатом, либо за какие-то небольшие деньги, либо вообще бесплатно. Также важно то, что сегодня мы с вами не комментировали, это где можно показать эффективность. Эффективность можно показать в банковской сфере, например, на примере Сбера, то, что Станислав Кузнецов обозначил, то, что Сбер смог в течение какого-то времени сэкономить миллиарды, порядка 100 миллиардов рублей собственных клиентов. Это ли не показатель эффективности информационной безопасности? Также можно пытаться найти похожие подходы и не только в банковской сфере, но и в других. И мне кажется, это тоже очень важно. А если мы говорим о создании каких-то информационных систем, в том числе государственных, то здесь важно подходить к созданию, подключать безопасность при их создании на самом первом этапе, чтобы безопасность закладывалась уже в самый фундамент, чтобы не использовать дальше какие-то накладные, прикрученные, прикостыленные средства, а уже на первом и начальном этапе заложить либо какие-то встроенные механизмы защиты, встроенные контроли, либо запроектировать и дальше приобрести и внедрить уже навесные. При этом в этом процессе большую роль может сыграть симбиоз государства и бизнеса, когда государство формирует методику, предлагает какие-то рекомендации, возможно, выдвигает требования, а уже дальше бизнес, опять же, в связке с государством, под контролем государства, реализует те или иные механизмы защиты, либо анализа защищенности, в том числе государственных информационных систем. При этом также сегодня была отмечена полезность и важность коллаборации на уровне отраслей, когда в качестве примера, например, Минэнерго собрала под своим зонтиком крупные ключевые компании рынка и таким образом объединила их, и происходит внутри этого сообщества профессионального обмен опытом, обмен компетенцией и принятие соответствующих внутренних решений. При этом это лично мое мнение, то, что сегодня говорил Виталий Сергеевич Лютиков, важно, чтобы при усилении роли отраслевых регуляторов по информационной безопасности не появился еще один ФСТЭК или еще один ФСБ, который дублировал фактически их функции или просто перенаправлял требования ФСТЭК или ФСБ в компанию, а важно, чтобы он стал эффективным и вносил специфику именно отрасли. И вот тут лично от меня комментарий, что, возможно, здесь полезным будет введение профильных замминистров, как это было с появлением замминистров по цифровой трансформация. Также, возможно, полезным будет введение новой должности в каждом федеральном ведомстве. Это заместитель министра по вопросам информационной безопасности. Ну и сейчас также мы видим, и регуляторы это сегодня явно обозначили, что законодательство меняется, законодательство подстраивается под реалии сегодняшнего дня, под цифровизацию, под появление новых технологий, таких как облака, искусственный интеллект и то, что сказал Виталий Сергеевич, будут меняться подходы в разработке новых и внесении изменений в существующие законодательные акты, чтобы можно было защищать не только наши статические системы государственные, но и системы государственной системы, находящиеся в облаке. И это, как опять же процитирую Виталия Сергеевича, это большой вызов для всей отрасли информационной безопасности, в том числе и для регуляторов, и для нас, компаний, которые являются участниками рынка. Ну и то, что также сказал Виталий Сергеевич, мне кажется, это важно. Не надо гнаться, не надо бежать впереди паровоза. У нас уже сейчас достаточно зрелое законодательство, у нас уже сейчас достаточно большое количество существующих эффективных, функциональных и относительно недорогих средств защиты на рынке, и нужно в первую очередь пользоваться ими для того, чтобы обеспечить безопасность, обеспечить защиту информации, а не гнаться за условным искусственным интеллектом, машинным обучением. Нужно сейчас стараться эффективно, максимально эффективно использовать те средства, те законодательные требования, которые уже сейчас мы имеем от регулятора, уже и те продукты, которые имеются на рынке. Ну, что мы видим? Что процесс активно идет, и в том числе этому способствует, очень хорошо, на мой взгляд, способствует проведение СОК-форума, где можно на одной площадке собрать и регуляторов, и ключевых участников рынка, и
большое количество зрителей в зале, которые, я уверен, что сегодня-завтра впитают в себя максимальное количество информации и послезавтра уже пойдут делиться со своими коллегами, с руководством, доносить свои подходы, доносить то, о чем мы сегодня поговорили. Процесс идет, я надеюсь, что он никогда не остановится, пойдет еще быстрее, в том числе с нашим участием. А на этом я предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели, спасибо, что были увлечены. Доброе утро, добрый день, наверняка уже у кого-то добрый вечер. Рад приветствовать вас на нашем втором дне SOC Forum Live. И сегодня мы вместе с нашими экспертами проведем ряд интервью, в которых поговорим о рынке SOC и осветим основные стороны, касающиеся вопросов информационной безопасности и создания, и построения, и сопровождения центров реагирования на инциденты информационной безопасности. И сегодня первый гость нашей студии – Артем Сычев, руководитель SOC Альфа-страхования. Артем, привет. Привет. И все мы знаем Альфа-страхование как компанию, которая представляет уникальные услуги в области страхования киберрисков, но при этом компания сама не понаслышке знает, что такое информационная безопасность, и даже имеет собственный сок. Вот. И первый вопрос, Артем, расскажи немножко о вашем соке, что это за сок? Мы решили прийти к гибридной модели сока, сегодня я об этом буду рассказывать на отдельной секции. Почему мы выбрали именно такую гибридную модель? Как неоднократно я вчера говорил на преддискуссионной сессии, что, в принципе, мы видим, что нехватка кадров идет и нехватка все-таки именно практического образования. И для нас было важно, чтобы какая-то часть выполнялась партнерами, которые мы тщательно выбирали, а также было развитие у наших работников SOC, за счет чего? За счет того, что имеется доступ к нашим же данным внутри CIEM, то есть это не какой-то black box для наших работников, чтобы они могли дальше творчески развиваться в плане технологического стека. То есть они проводят анализ данных, они проводят проактивный поиск угроз, они реагируют на инциденты по нашим же плейбукам, по этим же данным. Потому что мне видится, если человеку просто приходит там карточка, у тебя случился инцидент, срочно реагируй, но это как-то с точки зрения развития не очень. Артем, да, извиняюсь, что перебиваю, но вчера как раз и в панельной дискуссии дальше многие эксперты практически через одного говорили, что главная проблема SOC и вообще рынка информационной безопасности сегодня – это кадры. Это кадры, это их отсутствие, это катастрофическая ситуация по этому вопросу и недостаточность компетенций. Причем, если мы говорим о соках, то это еще усугубляет ситуацию, потому что соки требуют уникальной компетенции. Если рынок ИБ в целом достаточно широк, и можно найти себе применение, найти специалистов, то для сока, насколько я понимаю, просьба меня поправить, если что, нужны какие-то уникальные конкретные компетенции. И, собственно, с этим связаны следующие вопросы. Как вы находите кадры, как вы их растите, как мотивируете, как, собственно, удерживаете? Насчет там нехватки кадрового голода, это да. Но, во-вторых, вторая проблема еще, какая мне кажется, это в том числе мотивационная, да, часть работы, чтобы было интересно. Потому что если просто сидеть, опять же, и, ну, как классическую SOC взять, да, первая, вторая, третья линия, то там определенная доля перегорания также может быть, потому что постоянно рутина, рутина и рутина. Поэтому мы стараемся еще также давать развитие не только с точки зрения ИБ, но и с точки зрения анализа данных, дата инжиниринга, потому что нам видится как, что в принципе, сейчас рынок таков, что много средств защиты информации, и очень полезно также это как-то агрегировать. Агрегация – это что? Это взять либо с помощью API какие-то данные подгрузить, либо напрямую у каждого практически системы защиты есть либо API, либо база данных. То есть вы фактически находитесь на стыке между ИБ и анализом данных, причем, возможно, даже анализ данных в данном случае превалирует и требует особенных компетенций. Да, потому что в том числе, почему полезно для нас, опять же, хотел бы сказать, что гибридная модель, она для каждого своя, да, она зависит от компетенции текущих работников, она зависит от инфраструктуры, от всего. Нам подошла такая модель, она достаточно удобная. И основные там такие, можно сказать, ИБшные части в плане детекта основных угроз мы доверили партнеру, да, и поэтому у нас есть возможность реально проводить анализ данных, то есть развиваться в плане дата сайенса, там, дата инжиниринга. Также с точки зрения развития персонала я бы отметил, что у нас нету доступных все-таки на рынке киберполигонов. То есть вот сейчас проводится какое-то соревнование, почему заказчиков? Нас не приглашали. Я бы с удовольствием своих коллег бы отправил поучиться.
почему-то до нас даже этого не доходило. Ну, как раз сегодняшнее интервью, может быть, как раз и будет тема с спусковым крючком. Если говорят это на панельных дискуссиях, почему же вот нас заказчики не приглашают? Я бы с удовольствием бы вместе со своими коллегами принял участие. Дорогие партнеры, которые проводят такие мероприятия, вот обратите внимание, коллеги сами просят собой, поэтому. Ну, это вот реально, это с точки зрения обучения персонала, это классная вещь. Поэтому вот такие форумы, это было бы интересно, в том числе заказчикам поучиться чему-то новому. Ну, вообще вот, смотря на ваш СОК, создается впечатление, что вы больше из трех основных составляющих люди, процессы и технологии сосредоточились на люди. То есть, насколько я понимаю, большую часть технологий, серверных мощностей, инфраструктуры вы где-то размещаете у ваших партнеров, а сами сосредоточились на людях, на их компетенциях, ну и на их дальнейшем развитии. Я бы еще добавил все-таки технологии. То есть мы стараемся по максимуму, не сказал бы, что все мы отдали партнеру. То есть в чем и гибридность? То, что, например, там какие-то вещи там, по учету инцидентов и по автоматизации нашей текущей деятельности, мы также стараемся автоматизировать. Здесь, наверное, сложилось, как почему я говорю, зависит от компетенции людей, потому что у меня образование автоматизатора. Угу. Я, в принципе, стараюсь по максимуму все автоматизировать. Поэтому с точки зрения, я бы сказал, все-таки неправильно, что только мы на людях. Люди, естественно, это во главе всех соков, угу. То есть команда — это самое главное. Но технологии мы также стараемся по максимуму внедрять, угу. В том числе новые. Почему? И DevOps-технологии мы стараемся внедрять. То есть все новое, чтобы людям было интересно. Опять же, людям. Такой вопрос. Как вы видите дальнейшее развитие вашего сока? Вы планируете дальше остаться на такой гибридной схеме или все-таки планируете дальше развиваться в сторону перехода к собственному, полностью собственному соку? Такой горизонт пока мы для себя не построили, откровенно говоря, скажем. Все будет зависеть от того, вообще, в принципе, куда пойдет рынок. Я не буду там голословно говорить, да может быть через 5 лет уже реальные системы там, не буду говорить там, маркетинг булшит, да, искусственного интеллекта, но, может быть, уже реально будет самое главное, это автоматизированно уже обработать готовые инциденты откуда-то. И нам не надо будет создавать там большой штат под первую, вторую, третью линию. Поэтому здесь я бы сказал так, что мы в тренде с рынком, и мы будем смотреть, куда он идет. А вот, опять же, продолжая тему персонала, тему компетенций, рассматриваете ли, либо, может быть, уже как-то используете аутстаффинг, аутсорсинг, чтобы не только собственных сотрудников расти, но и привлекать коллег из других команд, из других компаний ваших партнеров? Из других компаний партнеров нет, но, как я как раз сказал, Data Engineering, у нас достаточно хорошие отношения с другими департаментами, такими как машинное обучение и Data Engineering. То есть, грубо говоря, мы пытаемся перенимать в том числе их компетенции. То есть, почему я сказал, что я считаю, что это направление достаточно важным. С точки зрения аутсорсинга каких-то вещей тоже, в принципе, можно сказать, что мы что-то... Ну, аутстафферов нет, а аутсорс — да. Мы это рассматриваем. А если переходить немножко в сторону и поговорить о коллаборации, создании каких-то сообществ, о котором как раз вчера тоже много говорили. Насколько я знаю, в том же Ингострахе, ваши коллеги по отрасли, у них тоже очень мощный сок, они его развивают. Вот есть ли с ними какие-то взаимодействия, либо с другими участниками рынка, может быть, не обязательно в сфере страхования, может быть, в целом вы с другими соками как-то взаимодействуете? Ну, у нас, если брать консорциум, там, Альфа-групп больше в том числе, у нас есть как определенное взаимодействие. С точки зрения страховых компаний, ну, к сожалению, я даже скажу так, к сожалению, у нас нет никакого обмена опытом, он, наверное, идет через Финцерт. Все-таки у нас есть регулятор, и мы обмениваемся фидами об инцидентах, там, критических, да, все-таки у нас есть регуляторы, там. Я думаю, если мы начнем так кучковаться где-то, неизвестно, что нам регулятор скажет на эту тему. Вот как раз у нас один из следующих экспертов, это бывший руководитель Финцерта Артем Калашников, и будет интересно тоже узнать его мнение. Да, интересно. Вот как раз, продолжая тему Финцерта и вашего взаимодействия с ним, насколько действительно эффективно, насколько полезно с ним взаимодействовать? Ну, с точки зрения все-таки практики от меня, ну, естественно, мы смотрим, он дает что? Он дает определенную, я бы назвал там все-таки высокий уровень, это определенный уровень threat intelligence, да? Мы узнаем о каких-то атаках верхнеуровневого, и то верхнего уровня. Мы узнаем о том, что происходили атаки там на наших коллег, да, по отрасли. Что это дает? Во-первых, предоставляется IOC-и. Хотелось бы видеть, единственное, если говорить прямо о качестве, то хотелось бы видеть какие-то более тактические вещи, стратегические, да, если рассматривать про TI. То есть какие тактики, техники используются атакующие. Мы получаем список IOC-ов, естественно, мы их стараемся сейчас ретроспективно проверять, по нашей инфраструктуре была атака или нет. Потому что когда приходит от Финсерта, уже, естественно, если атака прошла, вряд ли злоумышленники будут по-новому использовать эти IOC-и. То есть мы смотрим ретроспективно уже, грубо говоря, произошла у нас подобная атака или нет.
То есть, наверное, как-то так. А вы как компания, занимающаяся вопросами страхования, вопрос такой, подпадаете ли под 187 ФЗ безопасности критической инфраструктуры? Ну, здесь, наверное, я точно не отвечу на этот вопрос. Пока вроде как нет. Ну, вопрос был связан с чем? С тем, что отправляете ли вы, кроме финсерта, еще данные в госсопку? Да. Ну, в целом госсопка... В НКЦКИ, в их систему госсопка. То есть система, она создавалась как глобальная такая система. В первую очередь, наверное, для именно субъектов критической информационной инфраструктуры. Но на каждом мероприятии и в кулуарах коллеги из НКЦКИ всегда говорят и призывают, подключайтесь к нам, неважно, к субъекту вы, и не субъект, чем больше будет, собственно, участников, чем больше будет коллективного такого разума, условно, тем больше будет пользы каждому участнику, который отдает и получает данные из госсопки. Поэтому, наверное, это очень важно, чтобы как можно больше участников было и у финсерта, и, соответственно, у госсопки. И, соответственно, вопрос в продолжении с госсопки. Получаете ли вы какие-то рекомендации от коллег из НКЦИ, ну, насколько они полезны? На базе, опять же, платформы финсерта. То есть у нас только идет финсерт, и на базе него мы получаем в том числе бюллетени о безопасности от НКЦИ. То есть мы их видим. Ну и немножко так уже подводя промежуточный итог за оставшиеся там 2 минуты, буквально там несколько трендов, которые видите, куда развиваются соки. Может быть, в персонале, может быть, в технологии, может быть, в процессах, либо и там, и там, и там. Ну, я все-таки вижу, что и там, и там, и там. Почему? Сейчас все-таки я вижу, что технологически, как я и говорю, вот, ну, опять же, это мое видение такого, что не хватает именно с работником ИБ, кто сопровождает соки, кто там, в том числе даже пишет детекты, небольшого знания с точки зрения дата-аналитики, именно прям... хорошей компетенции, да, и дата-инжиниринга, и в том числе DevOps. То есть мне видится тренд в том числе туда, наверное, да, потому что сейчас, в принципе, все среды уходят в облака, идет контейнеризация, и поэтому, естественно, мы должны идти вслед за рынком, вслед за технологиями. Наверное, вот это основной посыл, который вот мне так видится. Опять же, и сейчас очень модно стал проактивный поиск угроз. А что такое проактивный поиск угроз? Это построение гипотез. Ты берешь, вот в том числе, почему я рассказал, что было бы полезно получать стратегические, тактические потоки информации об угрозах, и моделируешь эти атаки, а чтобы смоделировать, опять же, анализ данных. Почему как бы и ты эти атаки ищешь в данных. Поэтому мне кажется, что это достаточно важная сейчас компетенция для любого работника информационной безопасности. Артем, огромное тебе спасибо за то, что пришел, за то, что поделился со мной и с нашими зрителями такой ценной информацией. Удачи в защите от киберугроз и в дальнейшем развитии вашего сока. Спасибо. Всего хорошего. Мы снова с вами, и сегодня у нас новый эксперт Лев Полей, руководитель службы информационной безопасности системного оператора единой энергетической системы. Лев, приветствую. Привет, Паш. Ну, не очень, я новый уже, побитый немножко жизнью, на самом деле. Ну, на самом деле, рад тебя видеть, как гостя. Давай начнем нашу беседу сразу к делу. Вчера выступал твой коллега из Минэнерго, Антон Семейкин, который, мне кажется, очень важный тезис сказал, мы вчера с коллегами обсуждали, что Минэнерго под своим зонтиком собрал экспертов области, ключевых игроков, создал Центр кибербезопасности, организовал, можно сказать, ассоциацию цифровой энергетики. И, насколько я знаю, ты являешься руководителем группы кибербезопасности этой ассоциации. Все верно? Ну, в целом, да. То есть экспертная группа по кибербезопасности, ассоциация цифровой энергетики, действительно такая организация существует и под организацией в виде группы также функционирует вот уже больше 2 лет, собственно. Расскажи о вашей деятельности, как вы обмениваетесь информацией, вообще, как работаете? Я бы, наверное, сделал такую ремарочку небольшую про то, что все-таки ассоциация организована не только под эгидой Минэнерго, но да, конечно, Минэнерго является, собственно, непосредственным участником, состоит в наблюдательном совете, является и соучредителем в каком-то виде ассоциации. Я вот в юридических формах в данном случае могу ошибаться где-то. При этом важная часть, собственно, вот этой организационной составляющей и сами функции экспертной группы, они
сосредоточены на обмене информацией о процессах, которые характерны для компаний электроэнергетического сектора. Пока именно электроэнергетика, это важно понимать. Да? И на чем мы, собственно, достигаем некую эффективность, на мой взгляд, по крайней мере, так это то, что мы объединяем там энное количество больших компаний, да, которые могут рассказать о своих процессах относительно открыто в рамках вот этого доверенного круга. А те инициативы, которые рождаются по итогам проработки вот таких процессов, они, соответственно, проходят одобрение у нашего вышестоящего ФАИВа, а также соучредителя ассоциации Министерства энергетики. Интересно. Поэтому тут Антон Юрьевич как раз, мне кажется, про это и говорил. Замечательно. Ну и дальше предлагаю перейти непосредственно к теме СОКа. На одной из конференций несколько лет назад наш регулятор, один из регуляторов НКЦИ, задал вопрос в зал. А как вы думаете, какой СОК на базе какой организации был создан впервые в России? Ну и начали там гадать «Газпром», «Сбербанк», «Ростелеком», еще что-то. Но в итоге правильный ответ оказался никому неизвестным, кроме НКЦИ. Они сказали, что на базе ФСБ, собственно, и был создан первый СОК, который назывался еще не СОК, не госсопка, но уже умел делать то, что делают современные СОКи. При этом я узнал, что первый СОК среди организаций энергетической отрасли как раз на базе вашей организации, на базе вашего системного оператора был создан. Вот расскажи несколько слов про ваш СОК. Как он зародился, какой он сейчас? Ну, по поводу того, что он является первым в электроэнергетике, тут, ну, мое представление такое же, но оно может быть неверным, может, я чего-то не знаю, поэтому заранее извиняюсь перед коллегами, у которых, возможно, появился СОК раньше, чем у нас. Вот. Но мы точно к этому шли осознанно и итерационно. В целом, на свежевыжатом подкасте вместе с Алексеем Лукацким мы эту историю проговаривали, про то, как это происходило. У нас вполне себе был такой эволюционный метод. Мы ориентировались на то, что СОК является просто одной из систем организации процессов информационной безопасности, а так как для системного оператора, как для компании, наблюдаемость является одним из самых важных качеств, собственно, построить мостик от вот этой вот фабулы там, в технической политике и стратегии компании к идее зарождения собственного Security Operation Center было в целом несложно. Ну, несложно — это путь. Это сейчас, когда уже да, столько это, пути это пройдено путь, да. И столько шишек набито. Ну, путь был эволюционный. Мы начинали с того, что просто собирали статистику. Дальше на основе этой статистики от подключенных устройств мы формулировали какие-то изменения в политике и настройке средств защиты, какие-то, может быть, корректировки в процессы организационные, связанные с обеспечением информационной безопасности. И далее начинали отмерять, собственно, тот дополнительный эффект, который по итогам этих изменений мы получали. Вот, итерационно добавляя количество источников, количество наблюдаемых параметров, совершенствуя как организационные, так и технические средства. А сейчас СОК — это СОК персонально лично вашей организации или это СОК отрасли, либо кто-то еще пользуется? То есть в каком виде сейчас СОК живет? Security Operation Center системного оператора выглядит довольно просто. Собственно, это подразделение, созданное там в отдельном филиале. Вот, функционирующий в круглосуточном режиме, и обеспечивает она нужды только корпоративную, mm-hmm. да, то есть корпоративную инфраструктуру, по сути. Вот, соответственно, это выделенный СОК системного оператора, локальный, построенный, ну, с учетом лучших практик, однако ориентируясь на те особенности, которые есть в нашей организации. Лев, ну не могу не задать вопрос, который обсуждали с предыдущим экспертам, и вчера много об этом говорили, это проблема кадрового голода. Как вы ее решаете, как находите людей, как вы их мотивируете, как задерживаете, чтобы они не уходили? Ну, опять-таки, для меня этот вопрос совершенно не новый, да, то есть, и, на мой взгляд, проблема, она, ну, не то чтобы она слишком там ярко всегда выставляется, вот, но в основном она существует из-за чего? Я сейчас занимаюсь там, в том числе, разработкой одного из курсов по информационной безопасности, и там вот была такая история с картой компетенций. Если смотреть на исследование рынка, то в основном
смотрят, ну, и формулируют требования к такому человеку, которого ищут позаниматься информационной безопасностью, достаточно общо и указывают огромное количество доменов. Соответственно, самый популярный запрос на HH у нас инженер по кибербезопасности, который должен уметь все. Все. Вообще все. То есть, причем понятно, что глубина знаний там не указывается, там он должен иметь представление. На всякий случай, пускай будет. Обо всем, все. да. Отсюда, мне кажется, и вот эта проблема кадрового голода. То есть, если ты более конкретно формулируешь свои, наверное, требования к функциям, задачам человека, если при этом ориентируешься на его личные качества, понимаешь, что при найме там может человек еще не знать какие-то, собственно, требования, может быть, не знать. Не быть таким широко эрудированным. Но если он человек с огоньком, с идеей, которому нравится, интересно. У нас, вот, к примеру, работает коллега, который перешел, ну, прям в Соке работает как дежурный, и у него очень неплохие результаты по его текущей деятельности, который приходил с позиции специалиста шиномонтажа. Главное желание и стремление. Да. И надо сказать, что он нагло выше очень многих людей, которые вроде как профессионально были задействованы в этой сфере долгое время, да, то есть, но почему-то вот прекратили самосовершенствоваться, развиваться. Я поддержу и в тему скажу, что на моем предыдущем месте работы два моих коллеги было. Один управлял вертолетом до того, как пришел в систему интегратора, а второй планировал стать учителем русского языка. Но в итоге... Второй-то ты, да? Нет, я мечтал играть в футбол, но сегодня... У меня работа гораздо интереснее, я общаюсь с людьми. Сегодня с вами профессиональный футболист. Сегодня я скорее футбольный комментатор. Вот. И если вспомнить наших коллег, Дима Гадарь, мы с ним недавно общались, тоже проводили эфир, он тоже говорил, мы в целом берем любого человека, можем взять, начиная от студента, заканчивая, от опытным специалистом. Главное, его мягкие навыки, soft skills, как человек готов развиваться, подходить к работе и так далее. Потому что он говорит, ну, любой работе практически, ну, до какого-то хотя бы базового уровня можно за полгода человека научить. Вот, поэтому, мне кажется... Ну, я тут соглашусь. Я тут действительно соглашусь. Но, правда, я, наверное, бы ориентировку делал не на мягкие навыки. Человек может не уметь говорить, может не уметь там как-то быстро коммуницировать на эту тему. Но если он горит желанием самосовершенствоваться это и погружаться в какую-то навыки. Область, ну... Не знаю. Все, что не является техническими компетенциями, это, ну, по крайней мере, насколько я знаю, относится к мягким наукам, поэтому давай это тоже отнесем хорошо, туда, хорошо, чтобы эту тему дальше закруглить и пойти дальше. Но у нас остается не так много времени, наверное. Буквально несколько, может быть, трендов от тебя, куда мы сейчас растем в плане соков, может быть, в части технологий, людей, процессов, ну, какие-то, какое твое видение по этому вопросу? Ну, на мой взгляд, ситуация примерно следующая. То есть, когда мы начинали делать что-то в области там, СОК, это было 15-16 года, собственно, не было такой выверенной методологии. Сейчас, понятно, зрелость в этом плане подросла, и действительно гораздо проще выстраивать какие-то процессы, ориентируясь уже на формализованный опыт других коллег. Базовый пример — это матрица Митра. Та самая, да, которая позволяет систематизировать знания и техническую базу в плане детекта. Вот. Это, наверное, первое, вот, от чего бы я отстроил свои предположения о будущем. Вот. И с учетом этого, наверное, мы получим трансформацию, то есть переход по большей части большинства соков к сервисной модели с использованием открытой базы знаний, наверное, появятся какие-то трендовые продукты, связанные именно с продажей таких баз знаний, да, то есть продажи каких-то пакетов, наверное, вот, инструментов, которые важны и удобны для сока. Потому что сейчас каждый сок он, ну, достаточно самобытен, исходя из тех задач, тех условий, в которых он формировался. Вот. И третьим трендом я бы, наверное, сказал бы, что, ну, будет потихонечку перемещаться очень много-много соков. Я не говорю про системный оператор, не говорю про другие компании, но вот там, где это возможно, это будет перемещаться, скорее всего, на аутсорсинг, потому что когда процесс автоматизирован, изучен, да, то есть осмечен, и уже по нему много раз кто-то прошел, логично начинать снижать стоимость для всех MSSP-провайдеров, это я обращаюсь к вам, коллеги, вот, и потихонечку переходить на аутсорс для тех коллег, которые заинтересованы в снижении расходов. Правильно понимаешь, что количество соков будет увеличиваться в сторону
крупных соков, которые будут оказывать услуги, а остальные будут им пользоваться. Это уже сейчас происходит. То есть фактически... Мне кажется, этот барьер будет все меньше и меньше. Наконец, это будет не уникальной услугой какой-то, да, появится какая-то конкуренция на рынке, собственно, и появится возможность выбирать за адекватную стоимость соответствующее качество. Ну и в том числе, наверное, мы решим как раз, по крайней мере, приблизимся к решению проблемы кадрового голода, потому что будет соков не так много, они будут крупные, они смогут сосредоточить центр компетенции у себя для сотрудников и дальше уже максимально компетентные, так сказать, знания транслировать с собственным заказчиком через сервис. Лев, у нас, к сожалению, да, подходит время к концу. Мне показалось, что мы только начали, а уже приходится заканчивать. Спасибо тебе огромное за такие интересные тезисы, за рекомендации, за твое видение. И до новых встреч. Коллеги, скоро увидимся. Не переключайтесь. Продолжаем. У нас новый эксперт, всем известный на нашем рынке. Это Денис Батранков, эксперт по информационной безопасности компании Palo Alto Networks. Денис, привет. Да, привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Денис, мы сегодня уже начали с предыдущими экспертами говорить про тренды информационной безопасности, и в частности про тренды СОКа. И с тобой хотелось бы эту тему продолжить и поглубже развить. Как, на твой взгляд, сейчас развивается СОК? Какие тренды ты видишь по трем основным направлениям? Люди, процессы, технологии. С какого угодно направления давай начинать. Я, поскольку представитель вендора, то я вижу, конечно, использование наших продуктов. Вообще, поскольку я одновременно еще аналитик сертифицированного ArcSight, то я очень много занимался именно развитием процессов в разных заказчиках. И вот мои встречи на сегодняшний день там, ну, с различными заказчиками говорят о том, что абсолютно разный уровень развития информационной безопасности вот в разных компаниях. То есть, например, я могу прийти в компанию, которая купила там CM, и у них целый один специалист, который за все отвечает. Да, то есть он, ну, то есть он и руководитель, и инженер, и аналитик, и так далее. Очень странно выглядит. Или, допустим, компания наоборот, в которой там три сока, каждый отвечает за какое-то свое направление и так далее. Я вот сегодня хотел бы, наверное, сфокусировать внимание на то, что даже современные, большие, очень мощные соки упускают одну такую важную вещь, которая связана с тем, что не все, на самом деле, источники событий подключают компании. Я даже вот тут недавно провел опрос такой, я был в ужасе, то есть я просто в Фейсбуке, ну, поскольку у меня такое как бы фейсбучное братство в основном безопасники, я говорю, ребят, а вот правда, что у вас там все источники банальных событий подключены? И все такие скромно внизу пишут, ну, Денис, ну, что ты сразу? Компетенции не хватает? Чего не хватает? Скорее не хватает чаще всего именно в настройках самих продуктов, допустим, API еще не готов, или, например, ты берешь даже фаервол одного и того же вендора, и тебе надо с него забирать события. В предыдущей версии они забирались, в новой версии, вышедшей вчера, они перестали забираться. Что-то странное, какой-то даунгрейд получается. Да, это связано с тем, что очень много вот этих вот интеграций, они перестают работать. И почему появился, кстати, рынок SOAR, да, Security Operation, Orchestration, точнее, Automation, да, и Response. Он появился именно из-за этого, потому что ну, вообще можно сделать все самому руками, скрипты на питоне написать, и у тебя все интеграции работают. Но выясняется, что когда у тебя 40 продуктов по безопасности, и все они одновременно меняются, у тебя просто физически, а у тебя людей-то ну, немного, нет времени вот эти интеграции поддерживать. У тебя опять обновилась версия, не знаю, Wi-Fi точки, обновилась версия хостовой защиты, обновилась там версия сканера безопасности. И все. Или там обновилась Threat Intelligence портал, стал более модным и лучшим, и тебе надо опять обновлять интеграцию. Тут видно две проблемы со стороны технологий и со стороны сотрудников, то есть кадров, которые это обслуживают. Либо технология не позволяет, либо человек не понимает, что, как это сделать или для чего это сделать. Ну, видимо, проблемы и с той стороны присутствуют. Кадры, они готовы это делать, и есть прям ребята, которые занимаются только интеграциями, соответственно, есть, соответственно, и вендора, кто помогает им, они говорят, мы готовы там это все переписать и доделать, но, соответственно, здесь вопрос во времени, вопрос в том, что у тебя есть более важные задачи чаще всего, например, разбор инцидентов.
То есть у тебя есть какие-то там проблемы, задачи и так далее. Вот, например, есть одна тема, связанная, опять же, с тем, что, окей, источники — это одно. Да даже банально, я тут был еще на одной встрече, говорю, дайте мне просто ваш IPS посмотреть. Я понимаю, что IPS настроен ловить атаки только по 80-му порту. У меня вот волосы зашевелились и уши стали. Я говорю, подождите, а есть еще другие порты? Они такие, спасибо, что сказал, понимаешь? А какие? Я записываю, да? 65535 других портов, на которых там... Это прям вот, и этот сок при этом обрабатывает, какие-то события смотрит, там что-то там блокирует. Mm-hmm. Я говорю, ребята, а вы просто не видите там кучу атак. И сегодня, например, я думал, что рассказать из новинок. Очень много, вот, например, что ты будешь делать, если твой программист в Амазоне, например, поднимет там Windows сервер, туда, значит, выложит все, например, персональные данные сотрудников или там персональные данные твоих заказчиков и начнет там нечто тестировать. И сделает туда еще какой-нибудь RDP. Как об этом узнать? То есть очень много shadow IT, то есть очень много сотрудников IT-шных, и они, собственно, не готовы делиться с безопасниками информацией. Ой, мы вот тут подняли небольшой тестовый сервачок. А вот как выловить, вычислить? Да, я сегодня буду про это говорить. То есть это как узнать то, о чем ты не знаешь. Ты вот не а в курсе. Сколько, кстати? В 14.40 сегодня приходите на мою секцию. Это, на самом деле, новый, наверное, процесс для многих, потому что, по идее, он должен быть в каждой компании. Выявление, он относится, наверное, к ассет-менеджменту. То есть у тебя есть понимание своих ассетов, к ним относятся ну, ресурсов. Конечно, и IP-адреса, и DNS-имена, и сертификаты. Вот эта вот тема, которая периодически поднимается, что даже госорганов сертификат истекает, и никто не контролирует, как с этим не жить. Не просто госорганов. Не просто госорганов, а отвечающих за безопасность. Да, как это? А не говоря уже про обычные компании. Или наоборот, твой сертификат почему-то лежит на другом сервере, на фишинговом сайте, например, почему-то. Ну, то есть это надо контролировать, это надо начать. Ну, по идее, ты должен это уже контролировать, но хотя бы начать. Я вот сегодня про это буду говорить, как это сделать. И по сути, задача грандиозная. Ты должен во всем интернете, во всем огромном интернете выявлять, а какие из ресурсов там лежащих принадлежат твоей компании. То есть кто, например, в каком-то задача облаке... Да, очень непростая. То есть там самое главное — это атрибуция. И проблема еще в том, что это большой объем. То есть здесь нужно применять машин-лернинг, который облегчает ложные срабатывания убирать и так далее. Вот я про это все буду говорить, но... Выглядит это, конечно, нетривиальным, то есть вот мы делаем сейчас пилоты для ребят, и, конечно, это для многих откровение, то есть выставленный RDP банально наружу, оказывается, что никто не знал. Ну, а анализом защищенности, пентестингом это же тоже можно все найти, но, наверное, это уже другая история. Ну, вообще, конечно, SOC, наверное, может заказывать внешний пентест, но обычно SOC интегрируется все-таки с RED-тимами. Mm-hmm. То есть есть внутренний Red Team, который помогает ребятам, ну, это связано с SOC, потому что там есть иногда Threat Hunter, тоже, наверное, там об этом сегодня будем говорить весь день. Почему? Потому что очень много сейчас идет атак, и к нам приходит информация, как проходит какая-то конкретная атака. Ну, например, вот мы сейчас занялись защитой контейнеров. Очень много атак, когда просто выставлен контейнер наружу, ты в него заходишь, там несложно попасть, там либо уязвимость, либо просто пароль рута, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ты заходишь в контейнер, говоришь, о, какой мощный сервер, там 32 ядра, давайте-ка я буду криптовалюту обсчитывать. Ты заходишь к людям, у них обсчет криптовалюты на их ресурсах. Как бы, надо ли это компании? Ну, вряд ли. Электричество, как минимум. Ну, кто-то заработает, но всего один, видимо, человек или несколько. На самом деле и внутренние сотрудники этим могут заниматься. То есть там, мы говорим, вот давайте контролировать именно там, в Амазоне, вы разрешаете сотрудникам покупать сервера, они могут быть дорогие, и что делать. Да? То есть облака, на самом деле, вот, наверное, такая основная угроза. Потом в них контейнеры. Контейнеры есть, соответственно, и внутри компаний. Вот, соответственно, если продолжать про людей, то что мне нравится на нашем текущем рынке, что вот те поставщики, ну, например, я вижу... Есть продукты класса SOAR, в которых уже есть готовые плейбуки. То есть ты открываешь плейбуки, их уже несколько тысяч, и они описывают, по сути, алгоритм, как нужно реагировать на инцидент. И даже если ты нанял нового абсолютно сотрудника, то он, глядя в плейбук,
он понимает, а, собственно, как реагировать. То есть у него прямо на экране квадратиками, стрелочками написано, что делать. Это очень помогает поднимать уровень даже аналитиков, вот современные продукты. То есть, окей, он автоматизирует, то есть часть он делает за тебя, но на самом деле ты просто можешь посмотреть, а как это... Например, первая, наверное, и топовая самая задача — это проверять фишинговые письма. Ну, потому что основной канал захода, то есть делается поддельный сайт. Mm-hmm. Вот эта история-то была с одним из безопасников, когда на одной из конференций, ну, это была она, да, соответственно, заказала пиццу, да, и там 15 тысяч рублей заплатила на фишинговом сайте. Ни пиццы, ни соответственно, денег. Это проблема, что ты в Гугле сейчас набираешь, что ты ищешь, там, не знаю, ты хочешь купить зимние сапоги. На там. Первом месте не в рекламе, сайт, который да, Google контролирует, но у него не всегда получается. В рекламе первые появляются сайты, и это чаще всего фишинг. У меня сын, когда впервые ставился там игрушку Майнкрафт, попросил меня, слава богу, попросил. Я набираю Майнкрафт, первые 6 ссылок — фишинг. То есть заражают дети с компьютера, а это может быть рабочий. Тоже, по-моему, было. Да, то есть фишинг основная, наверное, сейчас угроза. И если аналитик там не знает, что есть такой сайт, не знаю, FishMe, соответственно, ему должен кто-то объяснить. Но когда это есть уже в плейбуке, вставлено в алгоритм, и, соответственно, это очень удобно. Да, очень полезно. Ну, Денис, может быть, несколько слов об автоматизации, о процессах, куда мы движемся в этой части сейчас? Если говорить про процессы, то, в принципе, мне нравится, что процессы, вот, которые я вижу в соках, они достаточно зрелые. Я вижу, что, ну, я, собственно, этим занимался, и есть все больше компаний, которые эти процессы оценивают. То есть есть методология CMMI, когда ты там от 0 до 5 ставишь оценку. Надо сказать, что, ну, вот если там лет 5 назад оценка была 1-2, то сейчас уже там и до троечки доходит, ну, то есть уже более зрелые процессы, они повторяемые, благодаря SOAR-ам ты это можешь автоматизировать. Я думаю, что рынок развивается, и у нас в стране прям такой бум. За границей, на самом деле, это было давно, то есть тема DFIR, Digital Forensics Incident Research, она уже давно, а у нас это прям сейчас такой временный какой-то бум, и я думаю, что процессы, ну, прям у многих хорошие. Но, опять же, вопрос в людях. То есть ты не можешь стартовать процесс, у тебя нет людей. Ну, не удержусь от вопроса. Я знаю, что ваша компания производит, в том числе, продукты для сока. Вот какие-нибудь прямо убийственные фишки, которые вот сейчас вот можно использовать и обалдеть? Ты знаешь, это готовые плейбуки. То есть, когда у тебя есть... У нас есть бесплатная версия, и благодаря бесплатной версии очень много фанатов автоматизация написала порядка там 6 тысяч плейбуков готовых. Именно под ваш продукт? Под именно под Демиста, ну, под Cortex-XOR он сейчас называется. И ты можешь взять... Недавно плейбук ребята написали под то, чтобы учитывать, кто заболел ковидом, сколько ему осталось отсидеть там на карантине. Так, где-то же надо учитывать, они написали плейбук под это. Вот. То есть это тоже инцидент. Заболел человек — инцидент. Ну, на самом деле, это любая IT-автоматизация, HR-ная автоматизация. Все, что хочешь, можно сделать сейчас роботом. И из убийственных, наверное, мне нравится сейчас контроль удаленных сотрудников. Очень много людей переходило вот в марте 2020 года быстро. Им надо было на следующий день поднять VPN-шлюз. Mm-hmm. Ставили какой-нибудь OpenVPN, всех подключали. И, соответственно, люди с зараженных компьютеров, с зараженными, соответственно, там на плечах заносили хакеры. И до сих пор, кстати, это проблема. И я думаю, что до сих пор это нужно контролировать. То есть включать compliance-проверки на хостах, что ты хотя бы с антивирусом включенным заходишь. И это, соответственно, вот то, что мы предлагаем, и мы выявляем прям, ну, немерено просто взломных компьютеров, которые заходят в корпоративную сеть. Ну и там уже, извини, с логином и паролем сотрудника хакер начинает что-то делать сразу. Это прям ужасно. Денис, извини, что перебиваю. У нас, к сожалению, заканчивается время, которая пролетела незаметно. Спасибо тебе огромное за тренды, за твое видение, за рекомендации и особенно за плейбуки, которые мы все вместе теперь сможем использовать при необходимости. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо тебе большое. Да, пожалуйста. Дорогие друзья, мы снова с вами. Сейчас у нас признанный на рынке эксперт по информационной безопасности Артем Калашников. Артем, привет, рад тебя слышать.
Артем в недавнем прошлом руководил Финцертом, сегодня выступает в качестве независимого эксперта. И с Артемом мы сегодня поговорим и про прошлую работу, и про настоящее, если не против. Да, я только за. Добрый день. Да, Артем, ты возглавлял достаточно крупный, может быть, один из крупнейших ЦЕРТов, в данном случае Финцерт. Вот немножко расскажи про свой опыт, про то, как он был устроен, про ваш Red Team, про проводимые, возможно, анализы защищенности. Ну и дальше пойдем в порядку. Да, Павел, было в моей карьере жизненной такое огромное подразделение, да, по функционалу, как Финцерт. Действительно, это очень большое, серьезное подразделение. Основным функционалом, как мы уже говорили, когда я им руководил, была как раз вот организация информационного обмена по угрозам, по киберуязвимостям между всеми организациями, которые были под надзором Центрального банка. Собственно, основная вещь, из которых он состоял, это были три направления: взаимодействие, реагирование, технический анализ и передача информации по мошенничеству. Это вот основные вещи, которые мы выдавали. Действительно, объем информации очень большой, подразделение достаточно огромное, и в любой момент нужно было быть все время на острие, на первой линии банка. Да, собственно, сейчас это многие организации пытаются построить такие центры, да? Он отличается просто по размерам, по объему, соответственно, по функционалу. Ну и, насколько я знаю, что у тебя после этого опыта был достаточно широкий опыт по именно с другой стороны, по анализу защищенности, по threat intelligence. Насколько важно, на твой взгляд, проводить вот такие мероприятия именно по анализу защищенности СОКа, чтобы понимать, насколько вообще он защищен? Вообще, проверять свою защиту нужно регулярно, да, как бы это ни звучало очень забавно, защищая защищаемое, нужно проверять и свою защиту. В этом тоже есть свой смысл, поскольку, ну, первое, это классический пример того, что у действующих людей, постоянно крутящихся в процессе, глаз может замылиться, соответственно, и какие-то вещи можешь не замечать, да, одна мелочь может вырасти в определенную цепочку событий и привести, не дай бог, к инциденту. Естественно, это делать нужно, и для таких вещей, причем делать нужно регулярно, и для таких вещей есть набор инструментов сейчас на рынке, он представлен либо целым составляющим функционалом, либо можно набирать по модулям, вот, периодически, как минимум, пентесты, тесты на уязвимости, проникновения, и есть еще один новый тренд, который уже несколько компаний, я видел, пытаются анонсировать, это тренд, связанный с так называемым пентестом онлайн. То есть, если классический пентест проходил по схеме, задание выдает заказчик на проникновение, он один только знает о том, что идет пентест, и дальше уже его специалист там пентестит, дальше выдает ему отчет. То пентест онлайн происходит в плотном взаимодействии пентестеров и заказчиков, причем конфигурация работы их может быть очень разная. Это может быть и контроль со стороны заказчика с точки зрения того, что куда они могут ходить, какие-то задания, корректировки выдавать. С другой стороны, это может видеть и Blue Team, защищающий, как работает. Вот. Ну и если идти к классической схеме, то использование схемы, связанной с просто Red Team и заказчик, заказчик может видеть в двух направлениях. Первое — это то, что происходит со стороны пентестеров, и как отрабатывает Blue Team. То есть он один это видит, у себя аккумулирует и может немного корректировать собственно движение. Вот это сейчас очень интересно. Плюс в чем? Плюс постоянное взаимодействие, соответственно, со всеми командами, и плюс в том, что это можно делать постоянно. Ну а достаточно ли иметь собственную команду Red Team, которая бы вот такие мероприятия выполняла? Либо все-таки также дополнительно лучше еще и при использовать, собственно, сервис внешних каких-то партнеров? Ну, начнем с того, что, собственно, команда Red Team тоже не дешевое удовольствие. Специалисты хорошего класса стоят достаточно дорого. Ну и плюс, опять же, вернемся к самому началу моего монолога о том, что свои специалисты тоже могут глаз замылить. Соответственно, лучше использовать и внешние команды, и тогда видно соотношение, да, где ты мог что-то пропустить, где-то нет. То есть постоянно в объективной картине держаться. Mm-hmm. Я думаю, это очень хорошее вообще правило, и можно вести его уже в моментом. Отлично. Запишем в плейбук, как говорил Денис Батранков до нашего до интервью. Ну и немножко приоткрывая завесу, скажу, не называя там конкретных названий, что ты сейчас, хоть и пришел к нам как независимый эксперт, являешься, то есть приступаешь к новому этапу своей профессиональной жизни и будешь создавать СОК. Вот расскажи, с чего начинается СОК?
С выжимки, да. С выжимки цели, для чего он создается. Это очень важно, потому что сок, как известно, тоже вещь достаточно недешевая, причем и исходя из объема информации, того функционала, который хотят в него вложить, он может быть и очень дорогой. Поэтому первым шагом, что нужно сделать, это понять цель, для чего он создается, какие функции будет нести, какие услуги будет оказывать, ну, не скажу клиентам, под контрольным объектом и субъектом. Соответственно, дальше уже из этого строится концепция и примерно направления намечаются, под которые нужно будет набирать персонал. И, соответственно, уже схема его функционирования, процессы описаны. И дальше уже по схеме наращивания мощностей и подключения информационных объектов. Это вот если укрупненно. Ну, на каком этапе подключается вопрос, связанный с выбором технологий, продуктов? В самом начале, либо там чуть позже? После целеполагания, потому что, когда целеполагание уже закреплено, становится понятно, что мы будем делать, и уже становится понятно из того, что мы будем делать, на чем будем строить. И какие-то, да, контрольные точки в плане получения результатов уже должны быть примерно написаны. Тогда можно уже выстроить путь на пути к цели. А давай пофантазируем немножко, может быть, даже не пофантазируем. Расставим приоритеты, на твой взгляд. Процессы, люди, технологии. В каком порядке начинают с самого главного? Ну, исходя из того, что я имел опыт системщика, я скажу, что сначала нужен процесс. Процесс сначала выстраивается руками. Соответственно, почему процесс на первом месте? Потому что в системах безопасности система должна работать без участия человека, то есть независимо от человека конкретного. Естественно, что вторым это будут у нас технологии, которые автоматизируют процесс выстроенный руками, и третьи будут люди, которые эту автоматизацию будут делать, а потом уже эксплуатировать, притворять в жизнь. Но я опять же вернусь к постулату, поскольку управлял очень сложным коллективом и достаточно большим, скажу, что люди всегда — это главный ресурс. Поэтому фраза о том, что мы схематично строим процессы, технологии, люди, не означает, что люди на последнем месте. Далеко это не так, и очень многое зависит от них. То есть технологии совершенствуются благодаря людям. Процесс выстраивается тоже благодаря людям. Поэтому вот четко делить на вот такие три категории приоритетов я бы не стал. Ну, создавая сок сейчас, видишь ли ты нехватку кадров со своей стороны? Либо вы еще в таком этапе, что пока еще не набираете? Ну, нехватку кадров я, честно говоря, ощущал еще будучи в Финцерте. Это было понятно на рынке. И несмотря на то, что сейчас выстраиваю процессы в таком схематичном виде, я все равно уже смотрю на рынок, где каких специалистов можно взять, соответственно, их стоимость, скажем так, этот процесс параллельно идет, потому что на выходе утвержденной концепции процессов и технологий я уже должен понимать, как быстро я смогу набрать людей, чтобы процесс запустить дальше в эксплуатацию. Ну и самое простое, наверное, насколько я понимаю, может быть, ты меня поправишь, это подойти к выбору технологий, конкретных продуктов. Их, да, в принципе, сейчас достаточно много на рынке, и под свою задачу можно выбрать оптимальный. Да, ты абсолютно прав. На самом деле, как говорится, хочешь сделать человеку больно, дай ему право выбора. Поэтому действительно, как в магазине, глаза разбегаются от технологий, и порой очень сложно конкретно определить, что ты хочешь, поскольку технологии примерно одни и те же, ну, где-то есть свои нюансы, вкрапления, плюсы, минусы и так далее. Но в моем случае еще сложнее. Моя идея, которая заключалась в построении центра тогда, а сейчас сока, она лежит несколько дальше. И на первом шаге я хотел бы вот этот вот несколько дальше тоже туда применить. Вот, и меня спасает то, что сейчас реализованных таких инструментариев их всего несколько. Я не буду сейчас анонсировать это, да, я просто скажу, что есть определенные направления, в котором очень хорошо бы развивалась, да, сок, в том числе и технологии безопасности, но она лежит дальше простого мониторинга и реагирования. Артем, предлагаю на этом закончить, оставить небольшую интригу, и как раз у нас заканчивается время. Огромное тебе спасибо, что пришел, что поделился со мной и со зрителями важной информацией, полезной. И надеюсь, что скоро мы узнаем, какой же сок развивает Артем Калашников. Спасибо тебе. Благодарю. Благодарю. Мы снова вернулись. Спасибо, что весь день сегодня с нами. У нас сегодня
замечательный новый эксперт Владимир Дрюков, директор Центра противодействия кибератакам Solar GSOC компании Ростелеком Solar. Владимир, спасибо, что сегодня, несмотря на боевое ранение, ты вместе с нами. Да, спасибо, Паш, спасибо, что позвали. Всегда нужно быть в строю, вне зависимости от ситуации, и просвещать, и защищать. Это настоящий безопасник, слова настоящего безопасника. Друзья, мы сегодня много говорили в первую половину дня про людей, про процессы, про технологии, про много чего другого, но пока не затронули темы угроз. Вот по теме угроз предлагаю Владимиру сегодня поговорить. И у вас, у Ростелеком Solar, богатый опыт по этому вопросу. Предлагаю тебе поделиться с нашими участниками. Да, когда мы говорим про современный уровень угрозы, наверное, нужно две темы подсветить. Первая — это как, а вторая, наверное, или кто, или при помощи чего. Когда мы говорим про то, как, это, в общем, в первую очередь про нас, как про нашу инфраструктуру. И история про удаленку, наверное, набила всем оскомину, но тем не менее, что возникло в этом месте принципиально важного, это такие возникли зоны разреженной безопасности. Если до этого удаленка была не у всех, теперь она есть всюду, и это становится прям проблемой для многих безопасников в плане формирования систем защиты. Ну а второе, конечно, то, что является сейчас трендом работы злоумышленников, это работа через подрядчиков, это IT-компании, аутсорсеры и вендоры-разработчики. То, с чем столкнулись Соединенные Штаты Америки в начале года, в феврале, в России тоже за последние годы приобретают совершенно новые обороты. И когда ты вынужден относиться к среде, которая изначально доверенная, сейчас уже как не доверенный, это прям тяжелый вызов и для СОКа в плане детектирования, но вообще для безопасности по выстраиванию. Это же тема, в том числе, Zero Trust. Zero Trust, да, безусловно. Но Zero Trust термин, конечно, классный, но если у тебя на аутсорсинге находится какая-то информационная система, то как ты можешь формулировать Zero Trust к внешнему подрядчику? Ну, конечно, есть алгоритмы. Двухфакторная аутентификация, выделенные рабочие места, проверка environment среды на той стороне. Но, тем не менее, это прям некоторая большая история, кто прям серьезно форматирует подход к безопасности. Ну и, собственно, в США мы делили ровно то же самое. Там возникли новые регуляторные требования, касающиеся работы подрядчиков. Второй кусок, конечно, это про вектора внимания и фокуса работы злоумышленников. Так или иначе, мы все давно сталкиваемся с тем, что для злоумышленников важным является получить доступ с самого начала даже не к финансовой информации, а куда идут обычно контроллеры домена. Сейчас вектор расширяется, появляются такие каркасные информационные системы, которые позволяют злоумышленнику прям узнать про компанию столько информации или получить такие доступы, что дальше их не остановить. И все чаще мы видим атаки на систему управления антивирусами, систему управления клиентами, систему обновления или скачать базу Confluence, в которой находится информация и логин, и пароль в открытом виде. То есть вектор существенно сместился. Вектор расширяется. И в этом месте как может вести себя компания, у которой взломали внутреннюю базу Confluence или украли данные из Jira, они даже по большей чаще всего не понимают, какая информация там хранится, а там действительно все схемы сети, логины, пароли, все что угодно. Как реагировать в случае такого инцидента, как восстанавливать свою целостность, это прям целая большая отдельная наверное, история. А часто, компании не знают, что у них украли даже. Конечно, да. Это тоже история, но я скорее про другое, что в данном случае система, которую раньше никто не защищал, потому что считали, что никому не интересно, сейчас выходят прямо на первый рубеж, становится новым вектором и атаки, и новым вызовом в плане защиты. Мы даже делали некоторое внутреннее исследование, мы посмотрели по системам сервис-деска, которые тоже являются одной из таких каркасных систем, по количеству уязвимостей, которые, в принципе, в сервис-десках присутствуют. Ситуация довольно печальная. А как часто айтишник поставит патч на свой сервис-деск? Ну, в общем, не часто. Поэтому вот эти вектора, когда злоумышленник уже проник в компанию, являются такой серьезной точкой развития. То есть раньше просто не атаковали сервис-деск, и все думали, что о, какие защищенные у нас системы. Да? Раньше это было редко, да, сейчас это становится прям некоторым новым трендом. Второе, конечно, про самих злоумышленников. Здесь, ну, идет такая очень серьезная возгонка экспертизы. И даже когда мы говорим про классический сайберкрайм, ну, история про обход песочницы уже давно никого не удивляет. То есть, когда еще в 2014-2015 году считали, что это панацея, фишинговые атаки навсегда умрут, нет, понятно, технология обхода песочниц, защиты от проверки виртуализации и так далее в вирусном ПО возникают ежедневно. Когда мы выходим на более сложный уровень, когда мы говорим о группировках, ну, там, уровень которых соответствует уровню иностранных спецслужб, там, понятно, еще и более серьезная артиллерия вступает в работу. Это долгое исследование протоколов, долгое погружение в организацию, обход средств защиты, мимикрия под внутренние инструменты компании. То есть такая очень серьезный вызов. Супертаргетированные. Супертаргетированные атаки, да. У нас был опыт по
ну, не одиночный, но, наверное, из публичных был опыт взаимодействия с НКЦКИ по противодействию и ликвидации последствий большой атаки, касающейся органов госвласти. Полуторалетняя совместная работа завершилась таким, ну, крутым техническим челленджем и, слава богу, успешным противодействием. Когда мы говорим об атаках, направленных сайбер-крайм, тут довольно, и да, тем более о более сложных группировках, тут сложно говорить о посадках, потому что где находится потенциальный противник, понятно, как его атрибутировать и какая у него национальность, гражданство, ну там, в общем, это... Главное, защитили, выяснили все и исключили в дальнейшем повторение. И не дали вернуться обратно, это такая дальше ежедневная работа по противодействию попыткам группировок вернуться назад. Вот для нас было серьезным вызовом и стало, наверное, таким серьезным бустом для развития наших экспертиз внутренних. Кстати, вот интересно, просто когда вся эта тема с НКЦИ 187 ФЗ начиналась, были большие сомнения по поводу эффективности взаимодействия с НКЦКИ. Вот насколько действительно было эффективно и полезно участие НКЦКИ. НЦК. Эту аббревиатуру или все в стране идеально выучили. Хотя в общем, координационного центра. В 2014 году она, по-моему, появилась, когда родилась концепция госсобки, и с 2017-го легла во все федеральные законы. Заранее прошу прощения коллег из центра. Я думаю, что они, в общем, потому что мы тут нормально. Но здесь действительно у нее есть несколько разных векторов, и это важный, ну, такой процесс. Первое – это банально по обогащению базы знаний. Я вел, модерировал секцию по госсобке, которая была сразу после пленарной дискуссии. Mm-hmm. И хороший пример в этом месте был у меня все время в жизни. Мы когда еще были на заре нашего коммерческого сока в 2014 году, тогда особо актуальны были банковские атаки. И они были все более-менее похожи друг на друга. Это Silence, Cobalt, RTM, фишинговое письмо, которое разлетается по всем клиентам. И нам повезло, мы где-то к второму году работы подключили к клиенту, который была песочница. Она тогда ловила все эти вирусные письма, а дальше, забрав из сэмпл вирусного тела из песочницы, разобрав его на индикаторы, мы по большому счету формировали коллективный иммунитет. Для всех заказчиков мы при помощи полученных индикаторов могли защитить их от этой атаки. Ну, точнее, не защитить, а быстро выявить, была ли атака, и ликвидировать ее последствия. Это прям была такая первая история. Вот наш кейс был частным, тогда у нас было около 30-40 заказчиков. НКЦКИ работает в интересах всей страны, поэтому коллективный иммунитет всего государства в этом месте прям важная история. Второй кусок – это, конечно, возможность их взаимодействовать уже с зараженными объектами точно на территории России. Если какая-то компания подверглась атаке, используется для атаки на другую, рассылаются фишинговые письма, идет DDoS и так далее. Факт выявления этого самого IP-адреса, достучаться до владельца с руки, ну, любой коммерческой компании практически невозможно у регулятора. И у НКЦКИ в этом месте есть другой рычаг взаимодействия, он более эффективный. Ну и, конечно, внутри есть довольно серьезная экспертиза именно в плане реагирования, ну, которая важно, тоже помогает. Да. Наверное, успокоить субъектов КИ и других участников системы госсобка, что НКЦКИ приходит не только, чтобы поругать и наложить какой-то штраф или другое взыскания, но и помочь. Причем помочь реально компетенции и своим участием. Я бы сказал, что в первую очередь им приходит помочь, а ветки регуляторных наказаний, они, да, скорее параллельны и обведены то, законом. Да. Коллеги из центра говорили с самого начала, но в чем сомневались участники рынка. Мы видим, что так и происходит. Пока идет очень полезная помощь, и ей нужно пользоваться. Угу. Подсвечу еще один кейс, который, мне кажется, становится интересным. Как-то мы ответственны за тех, кого мы научили, называется. У нас была очень яркая история в начале года. Один из заказчиков позвал нас на расследование. Ну, кейс был понятный, и внутри заказчика произошло увольнение одного из администраторов по-плохому. Вот. И после этого начали происходить странности. Странные картинки на компьютере генерального директора, шифрованные диски и так далее. Ну, след был понятен, но пока идет в этом месте процессуальные работы в рамках, ну, уголовного дела, понятно, нужна была помощь. Ну, и мы довольно быстро зачислили инфраструктуру, выявили основные точки входа, ну, как-то накрыли их мониторингом. Что наблюдали после этого? Естественно, обиженный человек пытался вернуться обратно. И мы прям видели, что он читает Хабр, статьи нашей компании, Positive Technologies, Бизона, Касперского, видит, какие техники используют злоумышленники, и прям ими и пользуется. А вот здесь можно использовать легитимные remote access тулы. Сейчас попробую. А здесь DNS-туннелинг и так далее. И выяснилось, что мы попытки научить отрасль
к тому, как злоумышленники атакуют, в общем-то, дали в этом месте еще пищу для размышления таким молодым энтузиастам. Приручили не того. Приручили не того, да. Но это такая ответственность двусторонняя. С одной стороны, мы должны оповестить всех, но дальше ответственность в том числе компаний самих, чтобы эти рекомендации принять и защититься. Это оборотная сторона медали любого такого мероприятия, в том числе и СОК-форум. Мы же не знаем, кто у нас сидит в соседнем ряду или на соседнем кресле и впитывает всю информацию. Я несколько тезисов прямо вбросил со своих выступлений в темную сторону. С вами я понимаю, что вы тоже нас слушаете, поэтому имейте в виду. Кстати, да, кто-то мог сюда не попасть по разным причинам, а слушать нас точно могут. Причем могут кто угодно из любой точки мира. Поэтому... Так что если вы нас сейчас, опять же, вы нас слушаете, как-то, коллеги, мы боремся с вами. Враг не пройдет. Враг не пройдет. Отлично. Ну, Владимир, предлагаю двигаться дальше. Может быть, есть какие-то еще интересные кейсы по части угроз и по части их противодействия им. Я бы сказал, что сейчас на самом деле вообще в современных соковских технологиях больших вызовов перед компаниями стоит два. Первое – это увеличить качество детектирования. И здесь, конечно, там уже давно говорят, что сок – это не CM, и даже сок – это не CM, были процессы. Сейчас, конечно, потребность в доп-сенсорах, доп-возможности по выявлению атак на сети при помощи НТА или расширенных IDS-ов, на рабочих станциях, вот там тематика XDR-а, на самом деле сейчас не зря снова в тренде, потому что, ну, действительно, это серьезное расширение возможности по выявлению. И второе, конечно, вопросы кадровые в разных разрезах. Первое, конечно, обучение специалистов, поэтому тематика как тренировки обыкновенных пользователей, повышения аварнеса, так и киберучение, возгонка экспертизы соковских команд, так и третья сторона, автоматизация рутинной работы для соков. Это, конечно, такие большие истории, которые... Ну, призваны, наверное, в первую очередь раскрыть глаза экспертам, а с другой стороны, освободить экспертов от работы в компании, от рутинных операций, чтобы типовые инциденты проходили без них. Владимир, извиняюсь, что перебью. К сожалению, 15 минут отведенное интервью у нас нескончаемо закончилось. Огромное тебе спасибо, что пришел, несмотря ни на что, и поделился со мной и с нашими участниками такой интересной и полезной информацией. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас новый эксперт в студии Максим Степченков, совладелец компании RusEM, ведущего российского разработчика, средств, на базе которых создаются центры мониторинга и противодействия атакам. Максим, привет, рад тебя приветствовать. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, ну и сегодня с Максимом мы поговорим за небольшое время о технологиях. Максим возглавляет компанию, которая разрабатывает очень крутые системы для противодействия кибератакам при создании, в общем, центра мониторинга. И сегодня бы хотелось поговорить именно о технологиях и о том, какие сейчас фишки, функции именно с технической точки зрения наиболее востребованы и наиболее полезны при создании и функционировании центров мониторинга. Ну, на самом деле, у меня одна из любимых фраз, я говорю, ничего нового практически не существует. Да, все, что... Я первый раз занялся CM-решением, наверное, где-то в 2008 году. И с тех самых пор меня не отпускают. С 2014 года у меня собственная разработка. И задачи решаем, что отдельные пользователями CM-решения, что соками, они не отличаются принципиально. Растет только объем обработанной информации, подключаемые источники, то, что мы хотим. Но принципиально, как задача была, поймать того самого злоумышленника, вовремя отреагировать, так она остается. Что я лично наблюдаю со своей стороны, чем дальше, тем больше. Что заказчики хотят, заказчики, пользователи системы, побольше охватить, побольше источников завести. Если раньше еще, например, банки в основном использовали там CM и соки строили вокруг процессинга, то сейчас используется не только там хед-офис, а сейчас подключаются все филиалы, даже просто точки продаж, могут подключить банкоматы, промышленные предприятия, ну, особенно в связи с 187-м федеральным законом, начали подключать технологические сети, ну или хотя бы там стык сетей офисных, технологических. И у нас получается огромное количество источников, еще намного большее количество данных. И чтобы хорошо обрабатывать эту информацию, люди начали создавать правила. И вот моя личная тенденция, особенно вот сегодняшних общений с текущими заказчиками,
что каждый заказчик хочет под себя какое-то правило. И даже если у него будет там, на борту 1000 правил, ему будет всегда мало. Там 1000 первое правило, 1000 второе. И наши вечные споры там, с конкурентами, с другими игроками рынка, это по поводу использования правил или перехода в так называемый machine learning. Вот мы как раз сторонники и реалисты того, что в будущем ручной работы места практически не останется. По созданию правил? Да, по созданию... Ну, правила, может, и будет создаваться, но это некоторыми конструкторами. Plug and play. Ну, не столько plug and play, а скорее, к сожалению, что-то уже play, угу. И ты после этого взял это plug и вставил, создал необходимое правило. Вот мы к этому идем на основании тех или иных, там, ну, грубо говоря, отклонения аномалии, создавать правила. Это хотя бы это база. В последующем это будет, естественно, идти в сторону и автопарсеров, и выявления, ну, я не знаю, огромное количество уязвимостей можно закрывать именно с использованием искусственного интеллекта. Ну, искусственный интеллект не люблю слово, но с использованием машинного обучения. Да, машинного обучения. Машинное обучение используется сейчас и в АВах, и используется, ну, где оно только не используется. А в СИЭМах, которые для меня это главный мозг информационной безопасности, к сожалению, еще далеко не везде. Поэтому вот отвечая на твой вопрос, да, наверное, в первую очередь это машинное обучение. И оно будет расширяться, углубляться, и в качестве источника все больше будет использовать информацию от таких же средств защиты информации, тем же самым машинным обучением. То есть будь то EDR, будь то WAF, будь то NAT, неважно. Со всего будет собираться, использоваться, и фактически мы будем на полном автомате выявлять злоумышленник. Вспоминая свой опыт, работающий в системном интеграторе, я помню, что для нас, для внедренцев систем, CM-систем, основная боль была это как раз правило. То есть, как правило, создать новое правило — это обращение к производителю, это несколько недель, в лучшем случае, ожидания, это дополнительные деньги. И сейчас, если, как ты говоришь, сейчас все это переходит в такой конструктор, которым, как я понимаю, может воспользоваться и создать правила не только какой-то обученный специализированный технарь, но и бизнес-человек, который, ну, понимает, как устроен там процесс, то это, на мой взгляд, большое подспорье по сравнению с тем, что было вот буквально несколько лет назад. И переходя дальше к искусственному интеллекту, к машинному обучению, хочется вообще узнать, насколько сейчас на рынке это не то, что востребовано, распространено. То есть правильно понимаю, что сейчас все-таки машинное обучение — это что такая диковинка? Это есть, может быть, у вас, может быть, у кого-то еще. И сейчас это только самое начало пути. Или уже сейчас все в машинном обучении, все в искусственном интеллекте, что касается CM-систем? Ну, начну с анекдота. Да, начну с анекдота, да. Как говорится, машинное обучение там пишется на Python, да? Искусственный интеллект в PowerPoint. Поэтому искусственный интеллект много кто декларирует. Машинное обучение, наверное, смотря на нас, смотря на конкурентов, мы все-таки в старте пути. Кто-то отказывается от повсеместного использования. Говорит, бог судья, да, там, я не могу сказать, что это правильный или неправильный подход. Я могу про себя отвечать, что чем дальше, тем сложнее будет без него. У нас сейчас одновременно идет там более сотни пилотных проектов, которые выполняются силами вендора. И это количество будет расти, оно будет нарастать. Мы ориентированы не только на крупный бизнес, мы ориентированы... То есть все хотят посмотреть, как работает машинное обучение? Нет, вопрос не в машинном обучении. Все хотят посмотреть, как работает система, и все хотят использовать правила не из коробки зачастую. Mm-hmm. Если мы будем каждый раз не предоставим нормальный инструментарий, то мы будем сами ограничивать себя, свои возможности. Поэтому мы в этом направлении, как говорится, трудимся, мы развиваемся активно, надеемся, в следующем году выйдем новая обновленная версия. Другие, если не подтянулись, то подтянутся к этому моменту. Почему? Потому что
как бы не хотел заказчик все это настраивать там собственными руками, даже если ему предоставишь возможность, у нас возможность давно есть. Но ты знаешь, что одна из ключевых проблем рынка, вообще многих рынков, но рынка информационной безопасности, в том числе, это отсутствие специалистов. Да, это уже мы сегодня как раз и вчера, и сегодня много обсуждали. Да, и можно, и об этом будем говорить постоянно и всегда. И если на стороне заказчика возникает человек, который начинает уже правильно писать те же самые правила корреляции, mm-hmm. что он неправильно пишет, скорее всего, он в ближайшее время уйдет от того, оттуда, где он сейчас сидит. То есть, если это он будет на стороне заказчика, его или какой-нибудь крупный сок перекупит, или еще... Что делать? А что делать? Ну, вот автоматизировать, использовать там или там машины обучения, или какие-то. Чтобы не зависеть от таких людей? Или... Да, я все-таки сторонник аутсорса, сторонник соков, сторонник более простого подхода к разработке тех же самых правил корреляции, по минимуму обращения по возможности к производителю. Хорошо, спасибо, Максим. Вот вчера выступал у нас футуролог, фантаст, и фантазировали, что же будет через там, 5-10 лет. Что будет через 5-10 лет с EM-системой? Давай пофантазируем. Кроме машинного обучения, которое уже сейчас активно развивается. Сложно быть футурологом в нашей стране. Ну, у тебя есть, наверное, стратегия по развитию собственных продуктов? Ну, наверное, это в первую очередь глубокая интеграция с другими решениями. Это развитие всевозможных агентов, это развитие там, или развитие EDR, или развитие агента CM-овского стороны EDR. Это полный контроль, ну, выявление свой-чужой. Ну, наверное, в эту сторону будет двигаться. Естественно, можно, конечно, говорить то, что это всевозможные там TI и прочее, но это уже не будущее, это реальность. Поэтому, наверное, с точки зрения развития будущего и там футурологии, да, то, наверное, это в первую и единственную вещь — это машинное обучение и очень глубокая интеграция различных средств. При этом это CM должны стать средством предотвращения. А у нас есть несколько проектов, в которых мы, как, используя языков скриптов, то есть произошел инцидент, вывел, автоматически все заблокировал. Произошел инцидент, вывел, автоматически заблокировал. То есть не просто выявление, но и прямо автоматическая реакция, то есть фактически выполнение тех операций, которые там еще пару лет назад вручную выполнялись администратором. Да, ну один из примеров, у нас сейчас одновременно несколько заказчиков обратились с одной и той же самой задачей. Идет брутфорс на почтовый ящик, там, на веб-приложение или еще что-то, автоматически на уровне сетевого оборудования блокирование тех IP-адресов, с которых идет обращение. То есть фактически можно там многие функции, если не все офицеры безопасности, которые занимался этим раньше вручную, фактически сейчас уже автоматизировать. Ну, это, конечно, опасно, с одной стороны. Ну, здесь должна быть золотая середина. Говорится, выбор меньшего зла. Вот за счет именно того, что системы смогут предотвращать, мы сможем выбирать золотую середину между тем, что спокойно мониторить и говорят, пожар, а как, что нам делать в случае атаки, и второй вариант, когда он автоматически заблокировался, потом сидеть уже разбираться, разблокировать или нет. Вспоминаем историю, когда Telegram пытались заблокировать, к чему это привело? Ну, в итоге сейчас Роскомнадзор официально его использует как один из каналов для информирования своих... Ладно, промежуточное, когда шла блокировка, отвалил сервис Amazon, сервис Digital Ocean, многое другое. Да, то есть, были общие правила. Были общие правила. Точно так же кто-нибудь будет... захочет то, что компания А с компанией Б не общались. Из пула адресов компании Б брутфорс в сторону компании А, и все, и компания А с компанией Б не смогут взаимодействовать. Поэтому информационная безопасность, предотвращение тяжело, поэтому развитие в сторону того, чтобы, используя средства защиты информации, не помешали бизнесу, это вот это будущее. Да, интересно. Если буквально несколько слов, мы сегодня обсудили будущее, но если немножко вернуться назад и поговорить о более приземленном вопросе, буквально коротко. Это для меня, опять же, боль была несколько лет назад, когда мы выбирали в систему интеграторе оптимальную систему, оптимальное техническое решение, выбирали между отечественными решениями и зарубежными. И вот на тот момент, лет 5 назад, зарубежные прямо сильно обгоняли отечественные.
Вот как сейчас в этом ситуации, в общем, не погружаясь в детали? Ну, наверное, принцип Парето в двух направлениях, да? Первое, принцип Парето — российские производители, большинство, не все, большинство крупных игроков, ну, на Сокформе, например, представлено, да, они принцип Парето давно выполнили, мы в том числе. Это первый момент. Поэтому эти компании удовлетворят потребность большинству заказчиков точно так же, как и западные аналоги. Ну, красиво звучит, западные аналоги. Западные. Да, то есть не мы их аналоги, да. Жалкие копии. Да, жалкие копии, хорошо звучит. Здесь есть второй момент, то что зачастую, когда продукт на рынке там 15-20 лет, у них есть тот функционал, которого у нас нет по той или иной причине. Например, мы не сталкивались с какой-нибудь модификации, например, ну, утрирую, на японском языке какого-нибудь там продукта, mm-hmm. мы с ними не сталкивались, а какой-нибудь там американский производитель или японский производитель столкнулся. Естественно, будем проигрывать, но это штучная история. И нельзя оценивать продукты, исходя из того, что, во-первых, нет сейчас, но будет ли в будущем. И как раз российский производитель в этом плане, мы ближе, мы реально... Учитываем нашу специфику. Нашу специфику мы дорабатываем, у нас, если вы что-то включили дорожную карту, она намного быстрее выполнима. Готовы ли мы сейчас замещать? Большинство готовы полностью. Есть ли примеры, огромное количество примеров, да, у нас в том числе, где осуществлен переход с нероссийских продуктов на отечественные. Ну, не вижу проблем. Понятно. Спасибо, Максим, большое. Но мы продолжаем. У нас есть еще некоторое время обсудить. И что мы сегодня еще не обсуждали, предлагаю обсудить тебе, мы не обсуждали услуги. Услуги, сервис. То есть есть у нас люди, есть процессы, есть технологии, есть угрозы, есть крутые продукты и все, что с этим связано. Но есть еще те компании, которые помогают создать сок, помогают его развить, помогают, возможно, его сопровождать. Вот, насколько я знаю, вы тоже в этом направлении работаете. Сейчас хотелось бы по этому поводу узнать, какие услуги не в части сока, а в части создания сока сейчас наиболее такие востребованные, горячие и актуальные для компании на рынке. О, ну, наверное, в первую очередь это... Вот я хочу создать сок, угу. Я знаю, что это круто, я пришел на сок-форум, пропитался, пришел к генеральному директору, говорю, надо, своих компетенций нет, людей нет, что делать? Все зависит от масштаба, первый вопрос, да, и в первую очередь, наверное, внешние консультанты нужны, которые смогут ответить на вопрос, оно тебе надо или все-таки воспользуешься внешним сервисом? Если ты там, о рога и копыта, первый момент. Второй момент, насколько у тебя критично, чтобы сок работал 24/7, или что это? Или это вообще гибридная схема? Что такое гибридная? Когда у тебя стоят средства защиты информации стоят у себя, в рабочее время ты их мониторишь, расследуешь, все нормально. А когда тебя нет на работе, вся эта информация там, из СИЭМ передается, например, во внешний сок, который реагирует, вовремя звонит. И именно вот, в первую очередь, когда нужна консультант, это как раз выбор решений. Это будет первый, второй или третий вариант. Во вторую очередь, когда нужны консультанты, это помощь в разработке нормативной документации, выстраивание процессов и вплоть до получения лицензии. Это тоже процессы, которые многие забывают. У меня есть уже прецедент, когда решили вроде как in-house создать сок, а потом выяснили, что создали на компанию не совсем in-house. То есть, Нужно... не только для собственных То есть внутри группы компаний, но все равно получается, оказывает услуги. Другим юридическим лицам. Соответственно, будь добр, получи лицензию. Будь добр, получи лицензию, возьми штат персонала, найди его. И вот как раз следующий момент тоже, почему нужно обратиться к консультантам, это по поводу людей. Процесс поиска людей большой, сложный, тяжелый. Как ты их ищешь?
целыми десятками, и я так понимаю, что это самое сложное сейчас. Ну, могу, наверное, уже тату вбить, пробить на лбу, такое следующее. Там, ищу специалистов по информационной безопасности. Да. Любые деньги. Любые деньги – это неправильно. Человек должен стоить своих денег. Согласен, согласен. И пятый момент – это помочь подобрать оптимальный набор технических решений, который подойдет для конкретной организации. Почему? Потому что можно небольшую компанию сказать, вот у тебя будет работать маленький карманный СОК, которым будет смена из одного человека, больше ты по людям не можешь позволить или по денежным средствам. И теперь давай мы тебя заведем туда 100-500 разных технических решений, которые вы будете использовать, мониторить, еще и реагировать. Порвется. И в результате мы будем реагировать на какие-нибудь мелочи, пропуская что-нибудь крупное. Поэтому консультанты нужны вот для этих целей. Ну и тоже вопрос такой от меня. Может быть, оптимальной стратегией является до того, как создавать свой сок, вообще как бы прочувствовать, что это такое, малой кровью, воспользовавшись услугами, например. Мы немножко, если в тему в сторону уходить, компания, которая продает продукт «Индустриальный центр», CryptoProVC, но при этом достаточно дорого стоит и долго внедряется, или там система обычной электронной подписи. И компания, когда к нам приходит, мы им говорим, вы попробуйте, может быть, вам вообще это не понравится. Нам, конечно, выгодно вам продать, но мы не хотим, чтобы вы к нам пришли и потом сказали, что ж ты нам сразу не сказал, что там нужно 100-500 денег, 100-500 специалистов. Поэтому вот как вот при создании СОК, насколько правильно будет все-таки сначала воспользоваться сервисом и параллельно, может быть, создавать собственный СОК? С одной стороны, правильно воспользоваться вначале чужим сервисом, чтобы понять, тебе это нужно или нет. С другой стороны, ты потратишь огромные ресурсы на то, чтобы... Это не внешний удостоверяющий центр. Это тебе нужно подключить, настроить процессы и прочее, прочее, прочее. Ты потратишь огромные ресурсы для того, чтобы подключиться к одному соку. Потом переезд сока на что-то внутреннее, это опять же переезд, и многие уже не решаются на это. Поэтому вначале позвать консультанта, который тебе скажет, что тебе оно надо, прежде чем выбирать внешний сок. Это моя первая рекомендация. Вторая – попробовать попилотировать. Да, как я уже сказал, свыше 100 компаний, 100 пилотов у нас одновременно идут. И третий момент. Вот мы, например, даже на сок-форуме у нас не просто стенд там, компании «Русьем», да, у нас совместный стенд компании «Артелеком», это оператор связи. При этом это региональный оператор связи с адекватными ценами. Пожалуйста, вот мы даже на нашем стенде, у нас совместный стенд, хотите попробовать, вот пробуйте внешний сок. Интересно. Поэтому я поддерживаю первую, вторую, третью позицию, но все равно, наверное, сторонник, если в результате смотрите потом на сок свой или внешний, вначале наймите правильных консультантов, которые ответят вам на вопрос. Желательно, чтобы этот консультант в последующем не внедряли, а то они будут заинтересованы в конкретном... Это будет мой следующий вопрос, Максим. А пока небольшое обращение к нашим зрителям. Дорогие друзья, буквально там через несколько минут у нас будет подведение итогов сок-форума. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. И как раз сразу после разговора с Максимом мы перейдем в соседнюю студию, где и пройдет, собственно, награждение. Оставайтесь с нами. Максим, и, наверное, один из заключительных, может быть, вопросов. Ты сказал, что главное выбрать правильного консультанта. Как его выбрать, этого правильного консультанта, где его найти? Мне кажется, что это даже сложнее, чем найти правильного сотрудника в СОК. Я на этом рынке давно, очень давно. В интеграторском бизнесе тоже давно, помимо вендорского. И могу сказать, что лучше всего работать с сарафанным радио. Все остальное, говорится, красивый маркетинговый лист. Красивый маркетинговый, это ничего не значит. Да? Сарафанное радио, спросите, кто что у себя выбрал и по какой причине. Кстати, об этом можно спросить на сок-форуме. Если в этом году не успели, то приезжайте обязательно в следующем, потому что, на мой личный взгляд и на взгляд многих, сок-форум ценен даже не столько контентом, не столько очень проработанными презентациями и выступлениями, сколько кулуарным общением. Здесь вот буквально сегодня-вчера присутствует очно, не знаю, сколько пока в онлайне нас смотрят, но очно 2000 специалистов, и это в постпандемийный год.
Но обычно собирается еще больше. Я думаю, что можно всегда найти здесь тех людей, которые уже использовали или пробовали, проводили пилоты и готовы делиться своим опытом, собственно, бесплатно рассказывать о том, какие консультанты хорошие, какие очень хорошие. Да. И дальше можно на основании этой информации делать необходимые выводы. Ну, по поводу Сокформа скажу, да, хорошее место, очень много интересных здесь и партнеров. Но я говорю, в качестве примера, я когда вчера сюда приехал, я час шел до своего стенда. Да, это хороший показатель. Иногда попадаю в конференции, которые смежные между ИБ и технологиями, и чувствую себя там несколько чужим, потому что понимаю, что я слишком быстро дошел до своего стенда, слишком мало пожал рук, слишком мало улыбнулся своим друзьям и коллегам. А здесь действительно чувствую, что дома, что среди единомышленников, профессионалов, и вижу такие же глаза и у тебя, и у наших друзей, и коллег. И мне кажется, это замечательно. И еще один есть такой вопрос. Он меня давно волновал, еще как будучи в интеграторе. Когда только тема вообще аббревиатура СОК появилась, мы все как бы еще не понимали, что СОК, чем отличается он просто от СИЭМа. Вот когда просто СИЭМ как продукт заканчивается, и можно говорить, что у нас СОК или у кого-то СОК? Сложный вопрос. Наверное, я скажу, что я считаю. Не то, что правильно, а мое мнение. Когда вокруг СИЭМа выстроены процессы и люди, это уже зачаточный СОК. Когда добавляется необходимый дополнительный инструментарий, это уже СОК. Но зачаточный — это система базовая, люди и процесс. Прекрасно. И еще один вопрос, который мы сегодня обсудили, но мне кажется, тоже очень интересен, это тема сертификации, основного регулятора нашего в стек. Насколько сейчас это действительно актуально, насколько, по твоему опыту, заказчики обращают на это внимание, и каким заказчикам это действительно как обязательное требование при выборе решения, а каким заказчикам можно ограничиться просто тестированием продукта и не смотреть особо на сертификаты? Ну, давай здесь две вещи приведу. Во-первых, я одновременно и против, и за сертификацию. Почему я ее против? Потому что она, в принципе, ограничивает конкуренцию, особенно для стартапов. Потому что, чтобы ты создал продукт, хорошая идея вышел, чтобы тебе выйти реально на рынок и попасть там, в финансовый сектор, в промышленность, в государственный сектор, тебе нужна сертификация. Тебе нужно потратить несколько месяцев, чтобы попасть в реестр отечественного ПО, потом еще минимум там, 6-9 год месяцев, как говорится, потратить на сертификацию. И после этого у тебя наконец-то начнутся продажи. Поэтому это, с одной стороны, ограничивает возможность для стартапов. Это не в разрезе СИЭМа, потому что у нас очень много уже, чуть грубо не высказался. А теперь с другой стороны, почему я за? Меня тут попросил один из заказчиков сравнить мою систему с другой системой. И вот в действительности, как показать, что система жива? Ты работаешь в России, для тебя российский рынок считается важным, и тут заходишь, смотришь, у тебя там есть и отсутствует там реестр отечественного ПО или отсутствует сертификация, при этом ты уже не первый год на рынке. Почему? Или, например, у тебя истек сертификат. Почему ты его не продлил? А еще интереснее, ты заходишь на сайт стек, смотришь сертифицированное средство, сертификат истек, вот-вот истечет техническая поддержка. Что это означает? Ну, сразу падает уровень доверия к продукту и вообще в целом к производителю. Вот правильно. Поэтому для меня сертификация реестра отечественного ПО в России, я считаю, это обязательно, потому что показывает, что серьезность, ну, там, некоторое самоуспокоение и в том плане, что, ну, потому что есть законы, хочешь, не хочешь, придется. А вот именно сертификация как плюс – это то, что, наверное, более серьезное отношение к продуктам. Интересно. И мне кажется, что сейчас появляется еще такой важный источник или, может быть, показатель доверия к продукту. Мы проговорили, что есть сертификация, есть присутствие или отсутствие в реестре отечественного ПО. И третье – это киберполигон, национальный киберполигон на базе
Ростелеком Solar. Мне кажется, что в ближайшее будущее, поговорил я с коллегами, вот для себя такой сделал вывод, что в ближайшем будущем выбор будет делаться в том числе и на основании наличия конкретного продукта в составе киберполигона национального. Потому что в отличие от сертификации и присутствия в реестре, которым является по большей части, ну, по крайней мере, наличие в реестре, это больше формальная часть, это проверка там, документов, проверка, там, так сказать, российскости. А наличие в киберполигоне – это показатель того, что продукт действительно протестирован Ростелеком Solar и их партнерами и способен выполнять те задачи, которые заявлены и соответствуют там, определенным требованиям. Поэтому, мне кажется, за этим в том числе и будущее. Ну, извини, поспорю. Максим, я предлагаю спор перенести в кулуары, потому что, к сожалению, у нас время закончилось для нашего интересного разговора. И у нас наступает время подведения итогов СОК-форума, поэтому, коллеги, мы говорим большое спасибо Максиму за такой интересный разговор, за диалог, и постепенно переходим на завершение, на подведение итогов СОК-форума. Так что именно там, прямо сейчас и увидимся.